Венеция, Рим, Берлин, Париж. Надоели мне эти ваши красоты все, хуже Горькой речки. Вообще-то время сесть и подумать всем. Вот мы кто такие, что мы здесь делаем? Россия – это и не Европа, и не Азия. А что это тогда? Это у вас там. Мы не Россия, мы не имеем к вам отношения. Вот Достоевский, вот Чехов. Вся сегодняшняя классика в мире, она только русская. Вот может быть государство одиноким? Да не может этого быть. Ну, вы почитайте книги, это ваша история. Remember, I hate your картошечка and селедочка. Если французы хотят научиться мыслить, они должны начать говорить по-немецки. Нацист, он и есть нацист. У меня же было выключено. Вашингтон. А, кстати. Вашингтон. Так что у нас вышло с одиночеством, я вот не поняла. Я хочу сказать следующее по поводу одиночества. Может, эклеры попробуем? Я знаю, с удовольствием. Коль, давай. Николай Борисович. Давайте. Я спасибо. За Россию. За Россию. Да, с удовольствием. Чтобы кто чего плохого не подумал. Все видели. Пошла везуха. Ой-ой-ой. Спасибо. Ой-ой-ой. Мадонны. Коварные Мадонны через английская школа. У нас сейчас история. Кайф. Михаил Борисович, шампанское? Что, все то и я. Или кальвадос? Кальвадос лучше. Кальвадос я обожаю. Вот, видите, все так хотят кальвадос. Никто не хочет шампанское. Ваше шампанское. Ну ладно, сейчас еще привезут беленькое и красненькое. Друзья, я прошу прощения, что я видела недавний выпуск «Ваш Николай». И мы как бы сходили в антре за ними. Боже, вы знали. Мои любимые эклеры. Я тебя тоже пристрастилась теперь ходить. Все скорее завиновалось. Михаил Борисович, когда мы с вами выпуск записывали, не было ни выпивки еще, ни еды, вообще ничего не было. Видите, как поднялся Коль. Тут, вы знаете, среди этих Николаев не знаешь, кем лучше быть, вторым или первым. Красота. Вы между двумя Николаев. У меня еще и муж Николай, да? Прям беда. И первый муж был Николай. Да что вы. Жуткое дело. А сейчас такое редкое имя практически никого не называют. А, правда, я даже Николай? Не Николай? Называют. Очень редко. Есть имена, которые совсем пропали. Во всей школе, кроме меня, один мальчик только Николай. Мне кажется, Анатолий пропало имя. Вообще не называют. Виктор, мне кажется, редко называют. Нет? Не знаю, честно говоря. Вот я знаю женское имя, которое точно пропало. Зина. А, Зина. Интересно. Да, Зина редко называют. Но вы не болели, я надеюсь, никто? Я с прививкой. Ну, ты у нас европоцентричный, как спутник. Спутник. Я помню. Спутник. Настоящий русский человек. Колол спутник и сразу поехал снимать Проханова. Дугина. А, вот так да, вот. Это, вот так сказать, чипирование. Вошло в кровь. Да. Чипирование. Да. Сработало. Девочки, вы дали, конечно, нам эклеры, а приборы не дали и тарелочку не дали. Я, ну как Оленьке? Я пас. Как я это пас? А почему ты должен быть красивый? Уж кто должен сказать пас, это я, но вы не дождетесь. Я тоже не скажу. Господа операторы, если мы не будем молодые и худые... То вы конкретно будете... Я вас найду. Да, крупных планов сильно не надо наезжать, не надо показывать... Не будем о страшном. Да. Все покажем. Все покажем. Ну что, со встречей?
Спасибо, что специально. Вообще, нет слов. Ну, как я мог? Михаил Борисович и Татьяна Владимировна. Что, мне такое... А не когда, когда мы еще соберемся, так узнаете? Такое ну, удовольствие. Никак, ребят, кто-нибудь сфотографируйте, я вам дам телефон, фотограф. Сфотографируй, пожалуйста. Да. Сейчас что сделаем? Давай. Бомба. Бомба. Итальянский посол подарил книжку, целая книжка фотографий Италии, пустые итальянские города. По карантину? Да, по карантину. Сейчас по карантину. Прелесть такая, замечательная. Кирика, вот откуда Кирика была мечта вот такое сделать. Но даже сейчас, когда даже сейчас в Рим приходишь на пьяцу Навона в 11 дня. Ни одного человека. Какое счастье. Ни вчера одного. Я как раз смотрел пьяцу какое на какое счастье. Вообще все вы знаете, в Треви пустой. Михаил Борисович, мне первый раз я в Рим попал. Был почему-то май. И ну, я должен был танцевать. У меня было только ночью погулять. Я пришел в Ватикан. Вообще было пусто. С ума сойти. Это там, где я вот мог, так они... Я, представляете, я мог... Я вот на этой площади стоял один. Я потом много раз возвращался вот так, и ни разу у меня не получалось, чтобы вот попасть. Ну, еще бы. И второй раз у меня была такая же гениальная история. Я танцевал в Иерусалиме, и началась война вот в день, когда. И мы во время спектакля уже бомбили, мы не могли выйти долго. А на следующий день у меня был выходной. Я думал, что вот я пойду, грубо Господь. В общем, я все равно пошел. Все лавки закрыты, все закрыто. Ни одного человека не было в Иерусалиме. Я видел пустой Иерусалим. Это было... Я целый день гулял. Это был... Когда я, представляете, пришел к Стене Плача, не было ни одного человека вообще. Это такое впечатление. Потом, сколько раз я был, толпы, ничего. И из Венеции мне подруга моя, вы наверняка ее знаете, баронесса Марзотто. Мариалино. Мариалино Дедзуляни. Да. Она мне фотографировала и присылала, значит, кстати, пустая Венеция летом. Летом. Все зимой постоянно. Да, и там действительно пусто. Вообще, вот да. Бродский прав был, когда ездил. Говорил, надо ехать. Да, я в январе не всегда ее навещал. Ну, да. Здорово. Но чтобы летом, а солнце. Летом, конечно. А в Эрмитаже нет такой штуки, как в Ватикане? Завтрак в Ватикане. Когда приходишь в 6 утра, до открытия официальной группы, там, по 10-20 человек. Ну, это билет, там, он стоит, там, ну, я не знаю, 50 евро. Вот для ты приходишь своих, ну, неужели в 6 утра, и есть возможность походить по залам. Да, еще по, более до... отвратительно в современной цивилизации нет хуже, чем вот эти американские завтраки утром, вот, да? Официальные. Вот я их ненавижу. Да. Но красивее вот Леонардо, вот этот зал, чем ночью я один раз попал. Да, я ходил ночью специально, это не, вот все выключено было, представляешь, вот все выключено, и освещение падало из окон. Это так красиво, это очень красиво. Совсем другое ощущение. Так, ну что, поехали? Поехали. Ну что, за встречу? Давайте еще раз тогда уже под запись, чего уж там. Спасибо, что все приехали. Я думаю, вы согласитесь, что есть романтизированные виды транспорта. Ну вот, например, трамвай, особенно в Петербурге. Сколько есть приятных маршрутов. Да даже если просто проехаться по Петроградке, это уже не просто поездка из точки А в точку Б. Это почти экскурсия. Едешь и любуешься архитектурой. Но каким бы прекрасным ни был город, в котором вы живете, один и тот же маршрут все равно приедается. И поэтому нужно найти общественный транспорт, который удовлетворил бы ваш дух исследования. Я предлагаю романтизировать самокат. Допустим, вам нужно проехать от спортивной до крейсера «Аврора». 40-й маршрут предлагает нам проехать по проспекту Добролюбова, обогнуть по Кронверкскому, Александровский парк, выехать на Куйбышево и дальше пройтись немного пешком.
Маршрут, конечно, неплохой, но скучноватый. И вы многое упустите. Но если ехать на Вуш, то вам откроется совсем другой интересный путь. Во-первых, мы сразу повернем во дворы, проедем от Успенского сквера к скверу имени Виктора Цоя. Здесь отличный двор и знаменитая котельная. Так. Вот мы и на Кронверкском проспекте. Тут у нас два варианта. Либо мы можем поехать в Александровский сад с его дорожками для прогулок, зоопарком, либо свернем на набережную. Выбираю второй вариант. Если ехать вдоль Кронверкского пролива, то мало того, что вы можете увидеть символ Санкт-Петербурга, Петропавловскую крепость, тут еще и музей артиллерии, в котором, в частности, меня посвящали в кадеты Санкт-Петербургского кадетского ракетно-артиллерийского корпуса. Ну что? Мы на месте. Петровская набережная, там Аврора, Эрмитаж, Исаакий. Лучший вид на наш любимый город. Самокаты Вуш — это новый вид общественного транспорта. Тот случай, когда просто поездка домой превращается в ваш личный индивидуальный опыт. А благодаря этому промокоду вы получите еще и скидку 100 рублей на вашу первую поездку домой или экскурсию по городу, чтобы они стали еще приятнее. Пока, я поехал дальше. Я все это время, значит, пока чрезвычайно волновался и пытался, значит, для себя сформулировать, о чем же я хочу с вами поразмышлять вслух. Значит, как я вот уже, когда вам звонил, всем рассказывал, значит, что название я украл у Ваттара Ясселяне. У него есть большая картина документальная, называется «Грузия одна». Это вот, значит, после распада империи Грузия одна осталась. Я думаю, что вот Россия одна, тревожно на сердце. Честно говоря, и совершенно в этом смысле приходится, вот я вот думаю о том, что можно ли государство любое, даже не важно, Россия или Грузия или Италия, сравнить с человеком. Вот в моем представлении человек — это все-таки глубоко одинокое существо, глубоко одинокое. Он рождается один и умирает один, все остальное такое короткое, какое-то иллюзорное. А государство, вот может быть государство одиноким? Или оно другим и не может быть? Как вы думаете? Кажется, что если взять историю, да, ты говорила о государстве, да, Коль, что если взять историю, то можно понять, что вместе-то никогда никто не был. Вот именно если брать эту огромную территорию под названием Россия, вместе-то с ней никогда никто не был. Она все время была одна. И все время просто в разные периоды цивилизации, да, она противостояла внутренним страстям, внешним, но она ни с кем никогда не была, никогда никто ей не помогал. Потому как бы мне здесь кажется, что, к сожалению, единственное, что вот эти все, знаешь, колонии у всех государств, они далеко, а у России они были рядом. Вот очень странно, что в какое-то время они были вместе, а потом, к сожалению, они стали тоже раздроблены.
Но вместе, мне кажется, никогда не было за историю существования российского государства, как государства. Но еще можно как-то еще справляться с внешним миром, если есть внутренняя какая-то стабильность. Да. А поскольку вы совершенно верно говорите, что много очень разного, такой пазл, и цветное. Там нет ли multiple personality, то, что называется? Вот это я не историк, но мне на самом деле интересно. То есть как-то умудрялись не только же силой, чем-то же держалось это большое сообщество, где такие разные, Михаил Борисович. Как им удавалось? Вообще, начиная с самого начала, одно. Во-первых, государство — это такое дурацкое слово. Да. Их нету, потом они появляются, исчезают. Это, если просто приравнивать к человеку, конечно, одни бывают и не одни бывают. И одному быть хорошо, и не одному быть хорошо. И все это меняется. Сейчас, я так думаю, коронавирус в частности, вообще-то бич божий, но он еще для того, чтобы всем понять, что немножко теперь разделитесь, слишком столпились. Просто столпились, да. Европейский Союз столпился, мы там тоже толпимся и переживаем от того, что мы распался Советский Союз, тоже хотим толпиться. Люди толпятся, я все время воюю, да, 75 человек в Эрмитажном театре. Сядьте, пожалуйста, подальше, не толпитесь. Есть такая возможность не толкаться локтями. Вот сейчас есть возможность не толкаться локтями, потом будем толкаться локтями. Это чувство локтя, оно хорошее, плохое. Я думаю, что и так хорошо просто должно чередоваться. Есть тогда, когда отлично может быть Россия одной, да? Великой Российской империи, нужно было быть одной, да, потом вместе, потом с этими, с другими, только, понятно, союзников нету, но армия и флот, которые тоже не союзники. Вот. Но на самом деле это просто два разных состояния, я думаю, что каждый надо ловить удовольствие в каждом состоянии. Так вот, если по-человечески знаете, подходить. Еще вот такое у меня наблюдение есть, что когда вы уже были взрослыми, когда распался Советский Союз, а я только вступал, начиналась моя карьера. Я закончил школу вот как раз на разломе. И получилось, что 90-е годы до 2000-х вообще слово «национальность» для меня она не всплывала никогда. Я был русский артист, русский. У меня так как для меня русский язык, он главный, я на нем думаю, несмотря на то, что я знаю другие языки, да. Но вдруг настали 2000-е, и стали появляться все время какие-то этикетки, национальности, области стали обосабливаться, даже внутри России. Вот это был для меня, как этнически, не русского человека, я стал на это обращать внимание, хотя я никак не могу отринуть свое грузинское происхождение или свою абсолютно русскую принадлежность к русской культуре. Это невозможно, да, извлечь. Но вот это стало появляться. И вот это вот с одной стороны, как говорит Михаил Борисович, что стали очень толпиться, но это появилось в умах, что отодвиньтесь, вы немножко другие. Вот это стало появляться и для России, как для государства, где, на удивление, титульная нация никогда в жизни не была доминирующей, не была она здесь доминирующей, в истории этого государства никогда было, всегда было какие-то, даже, можно сказать, варяги, да, были во главе. Но сейчас это стало немножко все по-другому и звучит по-другому. От этого немножко другое тремоло. Интересно, а когда это, как это возникло? Это действительно интересная тема, потому что, скажем, когда мы в школе учились, согласитесь, Михаил Борисович, это вообще идея того, что кто-то какой-то национальности, Я категорически не согласен. Ее просто не было вообще. Категорически. Вы когда уже сильно выросли. Вы не обращаете на это внимание? Нет, по-моему. Другое дело, на это не обращали внимания. Одни не обращали, другие обращали. Да? Mm-hmm. Но это, конечно, было. Смешно говорить, в анкете и в паспорте написано национальность. Нет, это да, я имею в виду психологический климат. Армянин, поляк, русский вместе, то я, конечно, даже хорошо, я сам считаю всегда, член меняется у меня национальность. Когда я в Армении, я русский шовинист. Когда я трогаю Тарган, это все с поляками сложно еще стало. У вас страшное соединение. У меня тоже непростое. Поэтому это всегда было. Были какие-то всегда ощущения, каких-то возрождений, действительно ощущения у людей появлялось, что мы разные, мы не похожи. Но на это не обращалось внимания. Потом постепенно начал обращаться. Внимание начинают обращаться те, кто, так условно говоря, не могут говорить на нескольких языках. Это те, кто
низкоущербно. Вот тогда начинаются, они такие плохие. Вот, например, мы говорим о грузино-армяне. Так вот, между грузинами и армянами никакой вражды никогда не было, кроме как на базарах. Вот уровень базарный, там была вражда и ненависть, футбольные фанаты. А так, ну какая разница, какая может быть, абсолютно все равно, грузин или армянин для армянского интеллигента, грузинского интеллигента. Нет, там вообще не было никогда. В моем детстве не было категорического. А вот какие-то появляются ситуации, когда у людей начинается ущербность, эти ресентименты, то тут и начинается вот отгораживание. Ну да, какое-то оружие же надо себе вот иметь, или защитное какое-то. Я не такой, вот я... И ощущаешь, что это не так, тогда начинаешь, я не такой, я лучше. Тогда ощущаешь себя хуже, начинаешь говорить, что я лучше. Потому что тот, кто лучше, он просто знает заранее, что он лучше. Никаких и сидит проблем. Спокойно. Проблем нет. Это вот все так перевелось. Поэтому это вот случилось, что стали обращать внимание. Так, конечно, было. Ну, и должно быть. Люди. Нет, оно должно быть. Просто сейчас стали очень много ставить этикеток. Вот когда это начинается уже разграничение такое, оно не приводит ни к чему положительному. Вот есть слова Мартина Немеллера, который уже после войны писал, что когда пришли за иудеями, я промолчал, когда пришли за коммунистами, я промолчал и так далее. Он там долго перечисляет, говорит, но когда пришли за мной, заступаться было некому. Вот есть вот такой вот момент, просто я в последнее время стал очень обращать, и мне очень... Это в прессе стало появляться, это стало появляться на телевидении, и меня это стало всегда очень удивлять, потому что, ну, когда ты действительно никогда не задумывался о том, ну да, грузин, да, я знаю, что это есть. Потом отменили вдруг этот пункт в паспорте. Но когда это стали сейчас иногда употреблять, конечно, меня все время относительно других людей это трогает и задевает. Но государство, оно, мне не кажется, что, по крайней мере, российское никогда не было ни с кем. И история это показала много-много-много раз. Смотрю я на своих соотечественников и вижу полную финансовую безграмотность. Поэтому я решил дать вам несколько инвестиционных советов. Во-первых, вам откровенно мешает переизбыток информации. Действуйте по наитию. Оно вас не подведет. Либо можете выбрать компанию с самым красивым логотипом. Это тоже вполне себе рабочий вариант. Во-вторых, не распыляйтесь в разных направлениях. Лучше вложите деньги во что-то одно и надейтесь до последнего. Забудьте про крупные стабильные компании. Пришло время амбициозных стартапов с эмоциональными и импульсивными зумерами во главе таких компаний. Ну и последнее. Если вы услышите подобные советы от какого-нибудь инфобизнесмена, бегите скорее от него подальше. Потому что если уж и учиться финансовой грамотности, то у настоящих профессионалов. Например, в онлайн-университете SF Education. На курсе «Личные финансы» вам расскажут, как сберегать, разумно тратить и приумножать свой капитал. Если хотите понять, как заставить свои деньги работать, обратите внимание на эту программу. Если вам интересны трейдинг и инвестиции в качестве основного источника дохода, у SF Education есть курс «Школа инвестиций», где учат грамотному инвестированию на публичных рынках. Генеральным партнером этой программы, кстати, выступает БКС «Мир инвестиций». Это очень уважаемая инвестиционная компания. После начала прохождения курса студенты получают бонусом 15 тысяч рублей на свой брокерский счет и могут сразу применять знания на практике, без риска потерять свои деньги. Преподают на курсах эксперты практики. Они работают в финансовых компаниях и поэтому точно знают, о чем говорят. В университете есть еще много крутых программ по финансам. И изучить их можно по ссылке, которую мы оставляем в описании. И промокод. Промокод «Еще не Познер» даст вам скидку 40% на все программы, которые есть в SF Education. Он действует до 31 августа, поэтому торопитесь. Вот интересно, в принципе, вот Россия может не быть империей? Нет. По-моему, нет. Не может, конечно, потому что границ у нее нет. А тогда что останется? Создали вот
Николай Грилл, там где? Колонии рядом, и границ никаких нет, вот она вот, она вынуждена. Иначе ее не определить, вот такие вот между такими-то, такими-то речками, долинами нету. Она вот такая широкая, и поэтому она там всеответная и всякое такое, потому что ну, вот, по-другому не получается. Михаил Борисович, нет, вы же участвуете во Владивостоке, у вас же есть филиал во Владивостоке? Ну, не филиал, но мы там готовим. Вообще у нас центр, да. Эрмитаж Владивостока. Вот есть. В 2016 году, когда я первый раз туда приехал, я там бывал, я выступал в Приморском крае, но приехал вот сейчас создавать филиал, я был потрясен тем, что когда мне надо было набирать ну, каких-то работников, с кем-то коммуницировать, я постоянно сталкивался с тем, что мне говорили, это у вас там, мы не Россия, мы не имеем к вам отношения. Я первый раз в жизни столкнулся, что мне вообще я никогда не задумывался, что такой вопрос может возникнуть, допустим, не в Татарстане, не в Дагестане, там, а именно в Приморском крае, где, в принципе, по большому счету, это российская территория, да? И немножко окунувшись, почитав историю, там, пронаблюдав, я быстро со всеми подружился, я очень дружу со всеми, с кем там служил. И если начать вот так делить, я просто после этого стал задумываться, то, о чем вы сказали, а границы-то где ставить? Это остается Московская область? Все? Как бы Урал, что ли? Нет, Урал тоже говорил. Помните, они хотели отделиться. Урал, помните, когда Екатеринбург, помните, как было? Я после этого стал это все читать. Это очень опасная тенденция. Потому Россия не может быть не империей. Это империя. Империя, не империя, Европа. Дальний Восток, там другой замечательный аспект. Вот у нас есть Эрмитаж Владивосток, мы там часто делаем такие дни Эрмитажа, и выставки небольшие, но замечательные. Они все время просят одно – античность. Им не надо никакого не импрессионистов. Почему? Античность. А вы посмотрите на карту. Бухта Патрокл, бухта Аякс и так далее. Когда русские моряки туда приплыли, они видели здесь, даже как в Черном море видели все Босфор, они видели там Грецию, они видели греческие острова, греческие бухты. Это совершенно замечательно, когда там кругом греческие имена. А это Европа. Если Греция, то это Европа. И мы Европа постольку, поскольку у нас есть греческое наследие на юге. Так что там такие. Это, конечно, не у всех. А насчет Россия не Россия, когда они с китайцами, то они так очень даже Россия нормально. Вы абсолютно правы. А так, конечно, мы не та Россия. Да, не та Россия, потому что Россия-то, конечно, она делится, она разная, да, и вот мы сейчас как-то по-хорошему начали ощущать, что такое север, да, и что, потому что мы считаем, что Россия – это север, Россия – это Новгород, там это все. На самом деле совершенно разное, северная, там Владимирская Русь, Киевская Русь, вот и дальше уже там. Поэтому, конечно, разная, разнообразная, ну и хорошо, хорошо, что видим, что разнообразно. Хорошо, а Китай один? В том контексте. Нет, я прекрасно понимаю, что там творится. Я имею в виду, я вам подыгрываю. Ну, на мой взгляд, безусловно, один. Конечно, в этом смысле. Не в смысле однородности, конечно, нет, это понятно. Конечно, он становится один. Один. Как любое большое государство. Чем сильнее, мощное. Тем моднее. Чем сильнее, тем сильнее одиночество. Тем моднее, да. Да, безусловно. И в этом смысле, конечно, сейчас довольно симптоматично. И в случае России. В том числе, чем сильнее, тем одиночество ощущается. Или чем ощущает себя сильнее, так сказать. Ну, да. Ну и даже и предпосылки к Первой мировой войне, если так смотреть, да, просто наивысшая степень экономическая была у России. Почему настолько надо было ее втянуть в войну? Ну ладно, уж насчет наивысшей, это у нас какая-то такая легенда, конечно, была развита, но все-таки, ребята, где Россия и где Великобритания? Конечно, но она стала очень, при всей любви, она стала очень, как сказать, в тот момент неплохо жить. Слишком жирный жир появился. Задираться она стала. Это да. Это нормально. А задираются когда? Когда есть силы. По-разному. Когда есть, когда нет, но задираться стало, тут, значит, стали, теперь хватит вам, ребята, остановиться. В этом смысле, я, честно говоря, вот эта вот знаменитая фраза по поводу того, что Россия – это и не Европа, и не Азия. И не Европа, и не Азия. А что это тогда? А мы что, давали разве кому-то, так сказать, честное слово, что вот эти деления, что они... Их кто придумал? Мы их сами придумали. Мы в учебнике много разных написали табличек.
Вот это чашка, это стакан, это бокал, там, это вилка. Но есть вещи, которые ни туда, ни сюда. Ведь есть разница между вот этим эклером и этим. А между тем слова такого нет. Ну и что? Ну, вы знаете, вот я обращаю внимание очень сильно, я думаю, что это больше по вашей, Татьяна Владимировна, специальности, на развитие, на как развивается мозг. В том плане, что я как педагог должен для хорошего владения своим телом, профессией, организовать прежде всего сознание для того, чтобы из мозга команды шли вовремя для ног, рук, головы, там, направлений и так далее и тому подобное. И в зависимости, к сожалению, от генетического развития индивидуума, вот ты можешь натренировать до определенного момента. Дальше этот человек не тренируется, потому что оно не заложено, к сожалению. И я стал с этим сталкиваться, с тем, что как кто-то, кому дано, он слышит звук, а кому-то не дано, он не слышит. То же самое, как не все люди, очень маленькая часть людей видит всю палитру цветовую. Остальные не видят, а это определенные участки мозга. Я насчет этого стал читать, потому что мне стало безумно это интересно. Ну как, вот у меня 7 человек в классе, из них один только в состоянии увидеть просто, и вот я привожу в Эрмитаж и говорю, ну вот это что за картина там, что за цвет? И тебе все отвечают разные, не потому что они знают, а потому что половина их человеческий глаз не воспринимает. Потому то, как что-то развивается, очень сильно зависит от того, как мы с этим мозгом работаем. Ведь дело в том, что советская система образования, о которой мне часто приходится говорить, понимаешь, она очень сильно всех, кто входил в состав советской, так или иначе, обучала до определенного уровня. Мы знали определенные книги, мы знали определенные музыкальные произведения и так далее. Стихов гору знали все. Сейчас 18-летние юноши и девушки не знают даже четверть, даже меньше, 1/8 того, что наше даже с тобой поколение, Коля, знало. И они не плохие. Я не говорю, что они менее способны. У них рефлекс стал другой. Малое количество людей прочтет те стихи, которые мы учили в школе. Нынешние, сегодня выученные, завтра не помнят. У них другая стала память. Я думаю, что вы это да. можете объяснить профессионально. Я не знаю, что происходит, но их глаз не запоминает так, как наш глаз запоминает. Они не реагируют так. Нет, ну в этом смысле тогда вообще не имеет значения, что такое Россия, Европа или Азия. Так в том-то и дело, я тебе про это и говорю. Вообще не имеет значения. Что стало очень сильно, мало того. Ты заметил, правильно что говорит, понятие меняется. С 2000-х годов не существует мальчика и девочка. Вот именно. Стихи другие читали. Это к вопросу о клеточках. Читали Бородино, там, да. Когда только Боря родился, то стал, слушайте, я стал ему читать стихи. Да, стихи, ну как надо, да, Бородино, ну, Пушкин. Потом стал читать Ахматова и Пастернака, которых вообще-то для себя так уж считал как элитарно. Все прекрасно, замечательно, маленький ребенок слушал, запоминал и все остальное. Другие вещи, другие по-другому понимают. Поэтому Россия, значит, совершенно разная для разных поколений. И Америка разная. И Россия для многих, значит, по-моему, мне кажется, то же самое, что Америка. Америка тоже не Европа, и тоже черти что такое получилось. Да? Когда говорят американское искусство, разве можно что-то вот по-настоящему? Это говорят американский язык, и он есть американский язык, да. существует. Американское искусство. Мы тут защищали американское искусство. Хотя я тоже что-то не знаю. Что? Американская литература, безусловно. Все есть. Но она нет. С определенного года идет. Живопись. Современная, абстрактная живопись есть, безусловно, американская. Да, но еще время требуется. Ну, им еще надо немножко времени. Хотя они этому искусству, может быть, и времени уже не надо никакого. Этому не надо, следующему будет. Но так они тоже вроде не России, надо забывать, они большие. Что они США как государство разных. Существует они меньше, чем балет у нас в России. Да, у нас. Ну, да. Давайте за русский балет. Вот я знаю, что никто не откажется. Опять с балетом все в порядке. Ну просто, чтобы что-нибудь еще найти, кроме балета. С балетом все в порядке. Перекрыли Енисей, как раньше пели. Наше исконное искусство. Хоть немножко взаимодействует. Ну, француз. Да. Ну ладно. Все, что сегодня. Ну, все, вся классика. Я уже с этим боролся. Вся сегодняшняя классика в мире, она только русская.
Ну нет другого, нету. Его ну классика, нет. Ну это значит, она у нас исконная, да? А что значит, она вся здесь придуманная и вся туда увезена? Ну это, вот это, этот вид балета, да? Любой. Ну, любой. Наверное, древние индусы танцевали больше. Мы же говорим про классический балет. Если мы говорим сейчас про индусов, конечно, с их танцами вообще никто не сравнится. А современный балет, он классический или современный балет? Современный балет нет. Дело в том, что модерн в каждой стране, он пошел немножко в своем направлении просто. Вот и все. Но все эти направления акробатические, нет? Если очень много пошло что-то из цирка, что-то пошло. Вы вспоминали этого Килиана. А можно и про классический балет сказать с точки зрения египетского жреца, что тоже акробатически. Ну, в общем, да. Так, зависит, конечно, от точки. Но если мы возьмем менталитетом 19 века, все, что мы будем сегодня видеть, все акробатическое, потому что по их представлению о красоте нельзя было поднимать там ногу выше этого, юбку там выше того и так далее. Это уже считалось цирк и неприлично. Вот можно я вас спрошу, знаете, о чем? Совершенно конкретный вопрос. Вот есть города не в России, места не в России, в которых ты оказываешься и чувствуешь себя вот в полной, вот полнота чувства, как будто бы ты находишься дома. Ну вот есть хотя бы один такой город для вас за пределами России, где вы себя хотя бы чуть-чуть ощущаете вот близко? Вот к дому, даже не к России, а к дому. Венеция, определенные места есть в Венеции, скажем, на Джудеку, когда смотришь, от набережной Неисцелимых. Но это просто здесь. Нева, да? Да, Нева. И можно, да, представить себе. Михаил Борисович, я себя дома чувствую практически в любом городе. Они все разные. Но, во-первых, такой город Петербург. Петербург – это город, в котором все почти чувствуют себя дома, любят его. Нет, ну я имею в виду за пределами России. При этом, не знаю, это не для меня, для других, для всех. Он город, тип города, который для всех очень уютен, как Лондон, например. Вот. А так я себя чувствую очень хорошо в любом абсолютно городе. Я жил и хочу жить в Петербурге, никогда не уеду пока. Юрий Михаил Борисович. Я не могу сказать, что я где-то себя чувствую. Я себя замечательно чувствую, потому что я, опять же, я себя замечательно чувствую в Ереване. Я себя блестяще чувствую в Каире, где я учился. Я себя изумительно чувствую в городе Мукалла на юге, где я год работал. Я чувствую себя в пустынях Хадрамаута. Я прекрасно чувствую себя в Лондоне, может быть, это гостеприимный город. И в Париже я, может, чувствую себя более стесненным, потому что... Ну, в общем, Париж немножечко... А мне наоборот, в Париже больше всего легче. Французы очень любят исправлять, когда ты говоришь по-французски, поэтому... Ой, я боюсь по-французски. Поэтому я себе по-английски говорю. А мне наоборот, все время говорили, ой, как, типа, спасибо. Так что где было неуютно. Вот, когда первый раз попал в Варшаву, вроде бы есть польская кровь. Вот там как-то было не очень, но он такой весь разрушенный город. Он трудно воспринимается все-таки. Вот заметьте, что мы тут достали про города. Знаешь где? Александерплац в Берлине, я прям чувствовал себя на Ленинском проспекте. Да? А вот заметьте, что вот мы стали говорить. Вы спросите меня, я вам скажу, Рим. Ну, ты знаешь, Рим. Да. Рим с особой категорией. Есть такие города, которые ходят куда-то в мир вниз, и они очень энергические, энергетические, и в них удобно, хотя жить в них не всегда хорошо. Это Рим, Стамбул, Константинополь и Иерусалим. Правда, вот в Иерусалиме Амос Оз писал, что жить нельзя в Иерусалиме. В общем, можно, наверное, но чувствуешь себя... Может быть, за пределами старого города. Чувствуешь себя очень уютно. Вот, да. Вот эти, в этих трех городах особо... Но интересно, что мы все перечислили европейские города. Вот отвечая на вопрос, Россия... Нет, я искал. Ты говоришь, Берлин, Париж, Венеция, Рим. Я искал. И только Михаил Борисович, музей. Но дело в том, что для меня климатическая зона просто, она была бы очень важна. Потому как бы восточные города с Россией никак не сравнится. Самарканд очень уютный, Бухара нет. Да. Самарканд фантастический. Да, вы говорите, а не москвичи, Европа, а вы говорите, кстати, не Европа и не много Азия. Много лет назад москвичи мне, снобы московские, говорили, конечно, Петербург, ну, феерический город, что говорить, ну, жить-то нельзя в музее все время. Туда вот ездить, там, наслаждаться, ну, гулять, но жить это московские штучки. Так. Это штучки ваши московские. Не знаю, это не только московские, это общие, потому что мне часто приходится отвечать на вопросы, бороться с вами, ну, музей, конечно, но в музее же жить нельзя, это говорится по-другому, это говорится уже в Петербурге. У нас же, ну да, там строят, что там, жить в музее, на что здесь хорошее.
музее жить значительно лучше, чем во всем, что музей окружает. Музей 10 раз человечнее, чем окружающий мир. Музей экономика человечная, нормальная. Ну и уже обо всем остальном ничего. Конечно, лучше жить, ну, для Петербурга, конечно, лучше, чем на судостроительном заводе. Ну, еще бы. Теперь судостроительные заводы вернулись. Насчет коммуникации поправить. Мне сложно с вами так говорить, потому что я все-таки тбилисец по рождению и москвич по воспитанию. Я не был ни разу в жизни в Тбилиси. Ой, это значит, ты ничего хорошего не видишь. Жизнь пустую. Вот это божественный город. Это правда божественный город. Красное или белое? Кому какое? У нас... У вас есть еще? У нас есть. Мы пока... Ну, белое я бы выпил. Белое. Так, Пино Нуар. Это будет все фиксироваться на экране, да? Сколько мы выпили. Да. Ну, поскольку нынче так за всеми следят, и все, что ты делаешь, прописывается в газетах. Как ты мог не побывать в Тбилиси-то? Ты знаешь, я тебе объясню. А я тебе объясню, в чем дело. Когда я повзрослел, появилась мода на Тбилиси. Все стали летать в Тбилиси. Она всегда была. Появилась вот эта вот мода, когда все москвичи, ленинградцы в том числе, такси. Стали ездить и так далее. И я думаю, а чего я поеду туда, куда все ездят? Понимаешь? И не поехал. И куда поехал? В Рим. Это куда не все ездят. Не все ездят, да. Вообще никто ездит. А вот это хорошо. Не все ездят. Ну там ты растворяешься, знаешь, как бы так это самое. Есть такое дело. Скажите мне, пожалуйста, я вот возвращаюсь вот к этой истории про одиночество России. Вот что я имел в виду. Пример конкретный совершенно приведу. Три режиссера русских, великих, абсолютно. Тарковский, Герман и Сокуров. Значит, у всех троих был опыт участия в самом европейском, в самом, значит, главном фестивале Европы. Каннах. Абсолютно верно. Значит, что происходит? Значит, Тарковский, который так возлагает надежду на свою картину «Ностальгия» и грезит просто, и мечтает об этой, значит, пальмовой ветви, картину показывает. Совершенно, значит, абсолютно холодный прием, и, значит, приз этот, даже не золотую ветвь, а особое там упоминание, особый этот приз делят с Брессоном на двоих. Ну, в общем, разочарование. Герман повез в Канны Хрусталев машину. По-моему, зал просто выходил, вот просто ползала вышла, те, кто остались, по-моему, чуть ли не освистали эту картину. Он потом эту травму переживал еще лет, ну, до конца своей жизни переживал вообще этот шок. То есть картина, в которую он вложил всего себя, и вот это, вот долгожданный вот этот приезд в Европу, родную, как говорит Александр Николаевич, старшую сестру, вот так вот. Сокуров, который повез в Канны Тельца, по-моему. Или Канны Волоса. Возили «Русский ковчег». «Русский ковчег» в том числе, но он в конкурсе не участвовал, по-моему. Участвовал. Да? Ну, в общем, была ситуация, когда он даже не пришел на пресс-конференцию. Настолько это было. И фильм тоже не получил. Ну, то есть не было никакой золотой ветви. Это вот по поводу вот этого русского одиночества, глубинного какого-то, русской культуры, одиночества русской культуры, которое на высшей своей точке, вот в лице, например, этих трех режиссеров и трех этих фильмов, потрясающих совершенно, абсолютно остается непонятой этой старшей сестрой Европы. Чего вы про это думаете? Коль, ты знаешь, я просто тебе пример приведу. Есть абсолютно классический спектакль, который, ну, он принят во многих странах, допустим, «Ромео и Джульетта» версии Лавровского. Да, это первая такая главная постановка этого спектакля. И мне довелось участвовать в этом спектакле и танцевать в разных частях света. Везде по-разному реагируют. И меня все время удивляло. Это считается шедевром, его никто не оспаривает, что это хороший или плохой спектакль. Но реакция зала, там, где они смеются, или там, где они ахают, она везде очень разная. Потому как бы даже в Европе, да, чтобы... И такой момент, пример тебе приведу. Например, мы считаем испанцев очень страстными, а англичан сдержанными. Но... Там, где англичане будут аплодировать и смеяться во время музыки даже, испанцы никогда себе не позволят смеяться или аплодировать во время музыки.
всегда закончится музыка, а не только тогда будет. Потому ориентироваться на вкус, на что это что-то единое, ни в коем случае нельзя, нет. Это точно, я с этим согласна. Я вот что скажу. Здесь дело в коде. У тебя либо есть ключ, да, к этому тексту в широком смысле, либо этого ключа нет. И, ну, не хочется банальных цитат, но все-таки там Цветаева говорила, читатель-соавтор. Это она попала в самую точку, потому что нет никакого текста, вот текст, который написан, и вот он и лежит. Вот он не лежит. Он живет. Об этом еще Лотман многократно в разных сочетаниях писал. И его мысль была такая, что текст знает больше автора. Вот это меня потрясло, когда я прочла. У Быкова есть несколько даже исследований по этому. Нет, ну это да. Текст знает больше автора. И самовозрастание смысла, он говорит, происходит. То есть он вышел, и он уже дальше своей жизнью живет. Уже то, как мы сейчас читаем «Войну и миру», мир или «Анну Каренину», не имеет ничего общего с тем, как ее читали те, для кого писали. Там, тем более Евгений Онегин, который писался для своей группы. И все зашифровано было то, что каждому известно из быта. Короче говоря, нужно иметь ключ. А поскольку ключи у всех разные, или они отсутствуют, и только кажется, что они есть, поэтому вы, конечно, правы. Совсем глаза другие. Глаза, то без мозги. Я даже обращал внимание, что даже один человек, читая один и тот же текст, еще понимает в разном возрасте его по-разному. В зависимости от настроения, от то же самое. Может быть, через 5 лет этот фильм бы привезли, и он бы прозвучал совсем по-другому. Ну, или прозвучал бы в другом месте, потому что Сокурова там не поняли, да, в Каннах где-то не поняли, в Венеции поняли. Но именно в Европе на слове «Сокуров» молодое среднее поколение говорит: «О!» И знают они только одного русского режиссера, вообще Тарковского. И значительно больше, чем в России. Там я был, мне как-то получалось даже с этим русским ковчегом, мне несколько раз показали в Англии, в Италии, все. Я такого не видел, когда приходят, и там не очень-то все понятно, да, там вот, он понятный фильм. А вот интересно, что они вычитывают, как они читают этот текст. Да. И они все в полном восторге, они для них Сокуров это совершенно святое, куда больше, чем в России. Вот это, для России есть какой-то круг, который, да, в восторге, знаешь, что Сокуров гений, а для остальных как-то он, и не потому что там интриги или что-то, просто вот такая получается. А это все воспринимается. Как воспринимает, один у меня был опыт потрясающий. Мы показывали «Русский ковчег» в Вашингтоне, Национальной галерее в Вашингтоне. Подбор людей был очень специфический. Это был русский Вашингтон. Что такое русский Вашингтон? Это люди, которые всю жизнь работали против России. Да. Это русские. Высший класс, высший класс интеллигентов, которые работали в России, в разведке. Это журналисты, которые много работали в России, писали вот эти толстые знаменитые книги. Генрих Смит там был, вот Кайзер. Вот все эти люди были. И они были в восторге того, что они увидели ту Россию, которую они любят. Ну, понятно, там Эрмитаж, история всякая такая. Так, у меня же было выключено. Вашингтон. А, кстати. Вашингтон. Благодаря. Все благодаря. И они буквально выстроились, они знали все, они знали. Эрмитаж, это было, им было чувство, что им здорово, но это был как раз период, когда мы так стали много про себя писать, снимать кино, какие мы омерзительные. Вот. Им было видно, что вот для них, да, советская и нынешняя Россия ничего особенно хорошего, но вот какая-то вот там, какой-то русский дух там получился, ну, через Эрмитаж. Вот. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? А рельефы-то они нарисованы, да, как натурально изображены. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля, так, так? Эскизам Рафаэля. Ага. Михаил Борисович, ну вы сейчас говорите все-таки о людях, которые, читали, б, знают географию, ц, в политическом контексте. Ну, я просто не понимаю, Коль, ты от кого хотел получить, увидеть, как сказать, восторг от публики, которая наполнила зал, или от тех членов жюри, которые это смотрели? Ты знаешь, я хотел, конечно, формально, даже формально. Я на публику никогда, честно говоря, никаких надежд не возлагал. Зря. Публика во Франции, особенно на юге, не представляет, что в Москве люди ходят без оружия и не в шапках-ушанках.
Публика на юге Франции уверена, что у нас жуткая криминогенная ситуация. Но там в зале все-таки сидит не публика, которая, вот понимаешь, да, вот это вот. Там же все-таки сидит профессиональный зритель. Довольно. Нет, я специально в Каннах ходил на «Войну и мир». В один из прекрасных дней августовских приехал фестиваль Никиты Сергеевича Михалкова, вот этот вот, «Русские сезоны», и привез всю «Войну и мир» Бондарчука. С утра до вечера показывали. И я подумал, надо же, в хорошем виде, вот посмотри, я видел много раз это, ну, по телевизору, на видео, а тут вот в этом зале все качественно отреставрировано, со звуком. Пошел, купил этот билет, сутки я сидел, с утра до вечера. Но меня больше всего интересовала публика. Публика были французы, как раз те, кто отдыхает в конце августа, это уже фешенебельная публика, которая съезжается на юг Франции. Практически не ушел никто. Очень разношерстная была сама публика, там были и люди такие с достатком, и обыкновенные французы. Смеялись в разных местах, что-то им видно, где-то аплодировали. Ты понимаешь, дело в том, что публика тоже, ведь это произведение искусства, которое должно вызвать у тебя какие-то чувства. И им эта русская история, которую мы воспринимаем как борьбу за нашу землю, там, не вызывает в них такого трепета. Ведь они как бы смотрят, как французы изгоняют из России, там очень сложные есть кадры. Да? Но они все равно, они это воспринимали как произведение искусства. Потому на публику очень часто надо ориентироваться. И как раз вот на Каннский фестиваль очень много приезжает публики, которая просто хочет поглазеть на звезд, прийти в зал и аплодировать или не аплодировать. Я несколько раз это видел. Но очень иногда странно, кому они аплодируют. Сейчас я по поводу, что важнее... Специалисты, мнение специалистов или публики, я сейчас спрошу. Давайте за Эрмитаж, прежде чем я... О, да. Почему да. За Эрмитаж? А, любимый музей. Еще это бы. Правда. Главный в мире. Очень дорого обошелся Петербург и этот Эрмитаж. Дорого-дорого. В России дорого, говорят, что дорого. Свобода не знает цены. Дорого-дорого-дорого-дорого. Да, конечно, дорого. А может быть и недорого, а? Дорого, но уже заплатили. Все-таки как я был заплатили. Неправ, как я был неправ. Порицая ваших царей и ругая их за всю эту красоту и пышность. Ну и подумаешь, самодуры, а? Пожалуйста, потише. Вот интересно, Михаил Борисович, просто вслед вопроса Татьяны Владимировны. Ведь все, что висит в Эрмитаже, ну, про живопись говорю, это же все в результате оценки специалистов. Ну как? Не публика решала, что шедевр, а что не шедевр. Ну, во-первых, это умелый маркетинг Екатерины. Она покупала все самое лучшее. Лучшие 5 лучших коллекций в мире она взяла и купила. Да, а кто же сказал, что лучше? Правильный шаг. А сказали, что лучше. У нее был тоже набор совершенно четкий. С одной стороны, значит, европейские, значит, как их тебя называют там эти... полезные дураки, идиоты, да, значит, интеллигенты, которые подсказывали, Денис Дидро был главный, кто я подсказывал, коллекцию Краза надо купить, да. Профессиональные дилеры, как был швейцарец Траншен, да, тоже сказал, и свои дипломаты, Голицын, все эти, которые тоже высматривали, думали, что понравится, и которые вот выбирали, она вообще всегда очень выбирала людей, которые... Умела ориентироваться, и, сказать, а те знали, что нужно делать. Поэтому так получилось. А потом дальше все покупали, ну, тоже по-разному покупали, но на самом деле все меняется, эти шедевры меняются. Данаю гоняли из зала в зал, потому что то она была некрасивая, то она просто... Что она эротичная, то она некрасивая, эротичная, то еще что-то, ее так туда-сюда двигали. Был период, вот сейчас я говорю, вот лучшая картина Эрмитажа «Возвращение. Блудный сын». Это сегодня. Вчера была Мадонна Лита, и у людей обычный набор Мадонна Лита, павлин, мумия там и так далее. Завтра не знаю, что будет. Я как раз хочу, придумываю, что появляются некоторые. Вот сейчас, например, Эль Греко, сегодня с удовольствием видел, 50 лет копирует Эль Греко. Эль Греко наш Петр и Павел совершенно фантастический, это один из самых, ну, в пятерке самых лучших. Матисс, да, но Бонар
постепенно вытесняет Матисса и так далее. Это все, мода или это, что? Это частично мода, это частично... Ну, мода, она чувствует какие-то влияния... А я не в плохом смысле мода, веяния, да? Времени, да, она чувствует какие-то веяния времени, и, конечно, это такая, ну, интеллектуальная мода или... Это постепенно происходит, знаете, они все что, разные, все меняют. Что мне больше всего понравилось за вот последние десятилетия, когда поставили Фабра. Что началось? Но главное... Я потом, до сих пор каких-то залах, он же еще стоит, какие-то вещи же стоят. Да, одно, да, одно самое лучшее он нам оставил, да. И она в зале Снайдерса и находится. Там лебедь напротив лебедя Снайдерса. Да. И я почему это говорю? Я постоянно, проходя в том зале, обращаю внимание, как на это реагирует, ну, просто вот публика. Случайная публика. Ну, публика. Случайная публика. Ни у кого не возникает отрицания. Он как родной в этом зале стал. Но тогда, когда это поставили, был... Помните, какой был вообще ад? Кому и как? Кому ж не помню? Ад. Но мне это настолько понравилось, потому что я помню, как люди ходили, я ходил среди них, кто-то возмущался, но они зато смотрели. Они, наконец, стали, многие пришли смотреть из-за этого скандала. И это была провокация, которая заставила посмотреть, а что же вокруг висит. Ведь огромное количество людей этой публики проходит мимо фантастических шедевров, не обращая на них внимания. Они не знают. Да. Надо, им что сказали, то они... Надо сказать, потом это формируется. Вот мы пытаемся, я очень надеюсь, что пандемия немножко сформировала, если говорить, новый музей, потому что люди увидели музей, которого никогда не видели. Благодаря онлайн. Никогда все ходят, 10, 20, 30 залов и все. Вот. А плюс, по-моему, формируется новый посетитель, который мы немножко приучаем смотреть на Джулио Романо. Вот была выставка Рафаэля, по-моему, одним из открытий было, все увидели замечательного Джулио Романо и пошли смотреть опять, значит, итальянский. Того, который, Джулио Романо, который есть. Конечно, привезли Джулио Романо. Да? И привезли из Москвы Джулио Романо, и наш, и там еще стоит наш, рядом картон, которому пойдите посмотрите, и стали ходить смотреть. Это такое все меняется. Сейчас вот, конечно, я говорю, это получается, Симона Мартини и Беата Анжелика значительно интереснее сегодня, чем Леонардо да Винчи. Так. Есть такое дело. Есть. И правда, правда. Даже есть. Вот эти сиенские Мадонны с длинными глазами, это... Вот сейчас они больше трогают, и не только меня. Они, вот, и это, на самом деле, игра музейная, и музей должен это немножко как-то двигать и говорить, давайте разнообразие, посмотрите еще что-то, посмотрите что-то, как красиво и здорово, когда ты находишь что-то новое, что-то непохожее. Вот это. Ладно, знаете так, что, так я хочу кино. Все-таки даже, как это говорить, дожать. Угу. Коль, по поводу... У вас есть в лице это, да? Нас не проведешь. По поводу трех этих режиссеров, давайте за них. Предлагаю и за все троих сразу, и за Тарковского, и за Германа, и за Сокурова. Здоровья, кто? Сан Николаевич, скажи, кого нету. Знаешь, что я, почему вот во мне есть вот это вот не обида даже, не горечь, а не понимание? Потому что все три абсолютно воспитаны на европейской культуре. Ну да. А как насчет России? Тарковский, одна? Ну, все понятно. Герман, абсолютно. Сокуров, абсолютно. И эти сыны Европы, которые всю свою жизнь, вот все свое творчество, оно все пропитано и соткано из европейской культуры, на пике своей формы привозят вот в эту Европу то, что они и абсолютно остаются непонятыми. Знаете, что вот есть такой из примеров, у меня все примеры из такой советской жизни. Вот интеллигенты в Тбилиси и в Ереване говорили по-русски в советское время лучше, чем средний русский человек, и даже и не совсем средний русский человек. Они больше европейцы, чем сама Они больше европейцы. Они впитали всю эту квинтэссенцию, и нужно быть очень утонченным европейцем, чтобы понять и Сокурова, а тем более Германа, который... Вот это к вопросу о ключе. Что значит публика? Это должна быть подготовленная публика. Ну, мне кажется, что еще очень такой момент, когда... Кажется, что это сейчас произведет впечатление, оно не производит. Очень часто так бывает. Вот ты хочешь, тебе кажется, что вот ты сейчас вот сейчас удивишь, а удивляют на самом деле людей. Но ты согласен с тем, что они больше европейцы вдруг оказались в какой-то момент, чем сами европейцы? Ну, в какой-то момент, да, потому что
Ты понимаешь, я иногда, когда за все годы просто... Одно дело, ты ездишь в Европу, другое дело, ты вынужден там выступать, и ты вынужден постоянно наблюдать за тем, что происходит у них. Когда я в какой-то момент в Париже увидел, в Парижской опере, на очень хороших спектаклях людей, которые не любят, как сказать, оперу или балет, так как это было 10 лет до, а просто публику, которая приехала в город туристическая, я был безумно удивлен, потому что, ну, меняется зритель очень сильно. Меняется вкус очень сильно. То есть статусное посещение. Конечно, статусное, которое входит просто в плейлист туристический, и все. И ты выносишь, и картина же тоже, это не обязательно, что это сейчас будет прочтена. Ведь очень много людей, которые не понимают сегодня то, что было сказано автором. Это, опять-таки, все красота в глазах смотрящего. Несомненно. Это невозможно сделать. Другое дело, что да, и мне, честно тебе скажу, когда первый раз я смотрел «Зеркало», я был маленький очень. Ну, мама меня приучала к этому серьезному кино, потому что она была в дальнем родстве с Тенгизом Абуладзе, и меня как-то, ну, как сказать, она была приучена к хорошему кино, и меня к этому приучала. И ты знаешь, я вот сидел, помню, я смотрел и думал, а что ей в этом нравится? Потом она меня повела на премьеру Параджанова. «Цвет граната», небось. По-моему, да. И я тоже сидел и в ребенком и думал, господи, как скучно, как долго. А как сейчас, красиво. А сейчас я могу воспринимать. Это не было тогда для меня это красиво, это меня окружало. А, ну да. Ну, да. Понимаете? А сейчас для меня это не было. Совсем другое. Сейчас, ну, да. Ностальгия. Я понимаю смысл, я понимаю, что это кровь, что это и так далее. Я уже научился читать смысл. Это еще зависит от контекста. И очень сложно иногда воспринять произведение искусства, не имея определенного бэкграунда. Пойдемте. Куда? Куда? Вперед. 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 Что-то. Что там? Не знаю. Останусь. Прощай, Европа. Идите. Я только первый раз посетил это. Почему-то мысль, видимо, в контексте этого разговора по поводу «Русского ковчега», который я смотрел больше, наверное, раз, чем сам Сокуров и вы вместе. Значит, что... Вот я сейчас... Вдруг только сейчас почему-то героя Сокурова, который говорит за кадром, ну вот почувствовал как героя. Не просто как отголосок Дегюстина, а как самостоятельного героя. И вот когда вы сказали о том, что Сокуров, Тарковский и Герман, привозившие картины в Европу, в этот момент были больше, в этот момент, вот когда они показывали эти картины, были больше европейцами, чем сам Сокуров. Вот голос его, когда он говорит в конце фильма Дегюстину «Прощай, Европа», в этот момент Сокуров, который снимает эту картину и произносит это, он сам больше европеец, чем этот Дегюстин. Ну, это, конечно, мы как всякий русский патриот, я готов поддержать Дегюстина, да, конечно. И, конечно, не представляет собой Европу. Но опять, возвращаясь к Европе, хочу тебе сказать, что многие европейцы своей культуры не знают. Не говоря уже о том, что им привезли такое непростое кино. Они не в состоянии свою историю-то изучить, а ты хочешь сразу их окунуть в такое непростое произведение. Они разные-то европейцы все-таки. Вот это на самом деле серьезнейший вопрос. Вот этих разных всех надо учитывать или не надо? Вот. Это, кстати, это же вопрос, очень важнее, это публики вот музей или специалисты. Демократическое учреждение, самое демократическое, там есть все для каждого. Но вот этих каждого надо учитывать или не надо учитывать? И того, который ничего не понимает, просто пришел посмотреть золото, это уже хорошо, это ему хорошо. Образованный, необразованный. Вот кого надо учитывать, кого нет. Потому что если учитывать всех, с одной стороны, это что? Цензура толпы никогда, ни за что в жизни. С другой стороны,
толпа — это люди, они все разные, и у кого-то понятно, ты будешь слушаться или возражать. А плевать на кого-нибудь можно или нельзя? Знаете, я сейчас обвиняю, что я плюю, я иногда полуплюю. Я вспомнила сейчас, в конце университета меня должны были послать на какую-то практику в Лондон, ну, переводить. Ну, я филфак заканчивала, это я потом все переделалась. Вот. А послали почему-то меня в Стокгольм при команде хоккейной. Там был какой-то матч. Интересно. Да, я им говорю, так я шведского языка не знаю. Они говорят, да что вы, мы вчера мальчика отправили в Японию. Он только польский знал, кстати. Мне очень понравилось. Ну, думаю, тогда все. Так я это к чему говорю? Что меня... Это была первая серьезная заграница для меня. Я только в Чехии до этого была. И меня поразило в музее там, что там дети... Там не было экскурсий, а там дети скакали, бегали, валялись и, ну, ходили как бы, бродили. И я спросила, уж я не помню кого, но кого-то из местных, так сказать, я спросила, что происходит. Они говорят, так очень важно, где они находятся. Вот это меня тогда поразило, что они должны находиться в музее не потому, что они должны выучить... что на этикетках написано. Они должны пропитаться этим. Чтобы они поняли, что да, это. Да, они потом прочтут эти этикетки. А пока что они росли. И пандан к этому тоже много лет назад я ехала по Невскому в троллейбусе. Передо мной сидела бабушка с внуком маленьким. И мне было слышно, что он говорит. И он ей говорит, бабушка, смотри, здесь все дома разные. Я подумала, у меня холодным меня обдало. Значит, он живет где-то в спальном районе, который специально построен, чтобы все люди сошли с ума. Потому что там все одинаковые. Дома одинаковые вообще. Это как, что у ребенка в голове, если его поразил сам факт того, что дома разные. Даже не то, что какой там Казанский собор, а что вообще все разное. Вот это я к тому, что люди, которые выросли вот в одинаковых домах, и люди, которые бегали по Эрмитажу, пусть и не понимая пока ничего, они, разумеется, это разные люди в итоге. Почему так важно, извините, за какую-то я ноту взяла дидактическую, почему так важно вот в музеях, в этой эстетической среде находиться просто. А вот кто рано. Будет больше ценить эту разность? Тот, который вырос, когда да, вокруг него все разное, либо тот, который вот пришел из места, где все дома одинаковые, и вдруг он увидел, восхитился и пришел. Вопрос, вот, кстати, вишневый сад об этом. Это вот... А вишневый сад об этом? Что его вырубает кто? Кто на него все время смотрел его, но он ему не принадлежал. А когда он его смог купить, он его вырубил. Понимаете, очень это опасная вещь. И те люди, мы вот недавно же было столетие всех вот дворцов, да, когда мы отмечали столетие дворцов как музеев, да. И в Манеже тогда да, я да, тоже потрясающе, вы были, я да. помню, да. И меня что поразило, когда мы слушали голос Алисы Брунны, которая начитала, потрясающе было придумано вот это, но сознание людей, которые впервые попали во дворцы, которые не могли себе представить, что это такое. Кто-то хотел что-то разрушить, кто-то хотел унести, а кто-то начал это впитывать и восхищаться. К сожалению, я все время переживаю о чем, как человек, опять-таки, работающий с подрастающим поколением, о том, что то эстетическое воспитание, которое давала советская школа в плане того, что кругозор просто он был стандартный для всего, для всей огромной России. Кругозор мы должны были знать определенное количество объема знаний, ну, объем знаний у нас должен был быть даже музыкальный. Да. Это очень важно. Мы были гораздо развитее европейских детей и американских, поверь мне, я с этим столкнулся. Просто элементарно я, в отличие от них, знал, где находится Ганг, а где находится Амазонка. Они не знали. Мало того, меня потряс, это у меня история была в Вашингтонской национальной галерее. Так как я раньше, когда танцевал, я берег все время ноги, заходя в зал, я сразу находил кресло какое-нибудь и садился. Если нету в центре, я там... И все рассматривал сначала сидя, потом, если мне что-то очень нравилось, подходил. И вот я сижу в зале Ватто. Входит группа мужчин и женщин лет 70. И экскурсовод.
американцы. И она им говорит, что вот это французский зал у нас, вот эта вот картина. Вато называется «Предместье Парижа». И вдруг одна из женщин говорит, а что такое Париж? Ну, прекрасный вопрос. Я, вы не представляете, у меня просто как? Но, в отличие от меня, экскурсовод не удивилась вопросу. Она без запинки говорит, Париж, это столица Франции, это далеко, это на том континенте. И женщина говорит, а женщине хорошо за 70, прямо видно. Она говорит, да, как интересно, а я думала, это у нас в Иллинойсе. Я думаю, какие счастливые люди. Так у них наверняка конечно, но какие счастливые люди. Они не знают, где находится Париж. Им никогда не хотелось туда поехать. Потому что вот они прожили вот свою большую жизнь своими какими-то проблемами. Но у них есть такая герметичность, да? Потрясающая есть история про Гаспарова, который впервые в конце своей жизни приехал в Грецию. Ему сказали, мы вас там сейчас что-то покажем, проведем. Он говорит, ребята, мне не надо никуда. Я вас сам проведу всех и все покажу. Я знаю эти места наизусть по лучше, книгам. Чем мы все. Вот. По книгам. Так это была особенность советской системы образования. Безусловно. Когда все закрыто, то ты выучиваешь наизусть. Безусловно. Ты не знаешь, ты я моим коллегам-парижанам рассказывал историю парижской оперы, Михаил Борисович. По нашим советским книгам, ну, мы-то учили, что здесь коммуна была, значит, а Парижская опера, само как здание, там же и расстреливали, и тюрьмой она были. Они на меня так смотрели, говорят, да ладно, да не может этого быть. Я говорю, ну вы почитайте книги, это ваша история. Да. Они не знали этого. А мы это в школе учили. Давайте за Эрмитаж пить, за Вагановское. Давайте. Да. За Академию, да. За наш балет. Есть чем гордиться. Ты посмотришь, здесь удивительно. Когда я впервые ее увидела, я просто заплакала. А этот цвет напоминает мне осенние сумерки в Москве. Нескучный сад. Ну что, идешь? Не хочу. Я подожду тебя внутри. Я сказал, не хочу. Не отпускает меня, Андрей Арсеньевич. К картине «Ностальгия». Янковский, который в самом начале фильма практически произносит следующую фразу. Это по поводу все-таки вот этого одиночества, с которого вы начали наш разговор. Надоели мне эти ваши красоты все. Хуже Горькой речки. Вот у вас лично когда-нибудь возникало такое ощущение за границей? Нет, почему только за границей? Ну, а как? А дома? Нет? Ну, дом. Татьяна Владимировна. Нет, пожалуй, нет. Хотя, а красоты это что? Потому что вот... Ну, вот она его возила по маленьким, большим там городам. И то есть, да, в Италии же действительно, куда не приедешь, ну что? Все красиво. Сидишь и... Ну, такая благословенная страна. Да, но хочется в какую-то точку попасть, где есть горизонт или горы, да, где в этом смысле красот нет, то есть человеческих нет, но вот это божественное есть. Вот желание попасть туда у меня присутствует. А чтобы мне где-то за границей, что... Нет. Тосковалась по родине. Нет, а это как-то совмещается, не знаю. У меня другая тоска была, просто надоело. Надоело, это в Японии, потому что раньше, в 90-е годы, мы ездили на 2, на 3 месяца, и вот так вот. И подолгу там сидели, и в какой-то момент... Это вообще другая планета. Да, в какой-то момент просто очень хочется домой. А так нет, в Европе нет. Я очень всегда любил, потому что она очень разная. Да та же Германия, ты понимаешь, ты переезжаешь ну как бы там же земли, да? Они разные, они не одинаковые, они очень разные. Тоска не сжирала никогда? Нет. Можно я нарушу ваш пафос? Почему пафос? В Америке как-то я была свидетельницей следующего эпизода. При входе в какой-то... супермаркет большой, где и еда тоже. Значит, останавливается машина, за рулем дама, американка,
возрасте, но не в сильном возрасте, и оттуда выходит мужчина и направляется в магазин, а она сидит за рулем. Она отвинчивает это самое окно, стекло и кричит ему: «Remember, I hate your картошечка and селедочка». Это нельзя придумать, это можно только подслушать. Реальная история. Я просто на землю упала со смеху. Она ее даст, он ее достал, этой картошечкой and селедочкой, прямо же и пошел. Да. К вопросу о ностальгии, да. Знакомое чувство? Да нет, честно говоря, все, даже то, что приезжает... Ну, не надо путать туризм с эмиграцией. Оно интересно, и во всем должно всегда найти интересно, даже если что-то приедается. Как вы смотрите эту картину тогда? Если вы себя совсем не ассоциируете с тем героем. Мне гораздо страшнее, чем эта картина, это все, что написал Довлатов о ностальгии. Потому что то, что было у тех людей, которые уезжали вынужденно, они бежали от ада, который на них надвинулся. И те люди, которые уехали вот в той, тоже непростой ситуации, но это был их сознательный выбор, все-таки 60-е и 70-е годы, вот эта эмиграция, это разное. И мне кажется, что вот все, что написал Довлатов об эмиграции, да, его очерки, его произведения, особенно «Иностранка», это страшнее. Тогда на что вы существуете? Не знаю, я тут месяц проработал в одной конторе, отвечал на звонки. Естественно, хозяин начал приставать. Я говорю ему: поехали в мотель, все удовольствие $100. А он: я думал, ты порядочная женщина. А я ему: с тобой порядочная и за миллион. Я перебил ее: Маруська, ты в своем уме? Ведь ты же не проститутка, что вообще за разговор? А что ты мне советуешь, тарелки мыть в паршивом ресторане? У программиста выучиться? Нет, ну... Просто все везде интересное, нужно интересное находить. Вообще оглядываться назад не надо. У нас такой короткий промежуток. Идти вперед не надо оглядываться. Когда вот говорят: вот, ах, какие были замечательные годы, там, студенческие, что-то. Все годы замечательные. Все замечательно, нужно идти вперед. Есть куча дел, куча вещей. Если что-то не вот, приелось, ну так в этом же приевшемся, ты можешь все что угодно найти. Пойди купи другую книжку в другом магазине, съешь другой хлеб, выпей другое вино и уже другое. И поэтому, по-моему, как-то у меня такого никогда, это ощущение, не было. Я думаю, что оно просто, оно неправильно, но пассивный подход к миру. Нужно, мы идем, и нам даются потрясающие возможности что-то увидеть новое. Вот когда ты сидишь, не знаю, не сидел я в тюрьме, но когда ты сидишь в тюрьме, все одинаковые, ты выйти не можешь, да? Вот, наверное, это уже сложнее. Но мы последнее время сидим отчасти в тюрьме. Но все-таки она... тюрьма такая, да. Все-таки, да. Все-таки своя. Нет, да. Ты же жил долго. Жил долго. Но что тебе я жрала, знал, тоска? Нет, но я знал, что я вернусь. У меня не было такого. Но если я часто ставил себя на место тех людей, которые вот во время белой эмиграции уехали. Да? Вот я как раз хотел сказать. Вот это да. Это было, конечно. И мне довелось нескольких людей знать, которые никогда не приехали, потому что, ну вот, не смогли. И у них, конечно, чувство было очень тяжелое. А с другой стороны, я на них смотрела, думаю, а не постигнет ли их жуткое разочарование, если бы они вернулись? Ну, это уже другое. Никто не знает, да. Но, я ну, вот. Сейчас вспоминать стала в этой связи, конечно, Набокова, потому что... Я только что хотел сказать, да, каким писателем он стал. Да. И насколько это щемящее все, что он пишет. Вот. То, что по-русски это, по-моему, «Другие берега» называется, он по-английски и по-русски написал, а там это «Speak Memory». И вот «Память то, что... вперед». Да. О, ну, это вообще все. Это, вот говорит. Это тебя держит как следует, потому что видно, как он страдает, на самом деле, от этого. Не в том смысле, что обратно ехать, а просто это... Он живет этим, это очень тяжело. И когда он вспоминает жизнь их вот на морской, и как его горячо любимая мать, она ему эти карандаши приносила, запах которых он помнит. Да. Потом еще есть одна там вещь замечательная, это к вопросу о памяти. Меня это почему-то держит в плену, эта история. У него соринка в глаз попала. И мать его повезла, естественно, к лучшему офтальмологу, и тот вынул эту соринку, и все. И Набоков пишет: с тех пор прошло там бесконечное количество лет. Я все думаю, ведь она же где-то должна быть, эта соринка. Можете себе представить, какой удар? Потому что из мира ничего никуда не девается.
это метафорически очень, оно и буквально интересно. А вам не кажется такая вещь, что вот эта мысль о ностальгии, о разных таких вещах может возникнуть тогда, когда человек не востребован, когда у него есть возможность начать оглядываться, переживать. Если он занят делом, если он очень сильно находится в цейтноте, он просто не задумается об этом, у него просто не будет на это. Не знаю, мне кажется, для такого переживания это не вопрос, не категория времени даже. Знаешь, мне то, кажется, то, что внутри тебя происходит. И может быть даже не географии, потому что это может быть... Из этого переживания рождается великая литература. Останься так, он в России, да. Не было бы у него этих переживаний про... Нет, ну да, конечно, это тончайшие... Большую морскую, еще были бы какие-то другие. Поэтому он сумел это переработать в великую литературу. Давайте за Набокова. Вот так. О, да. Да. О, тут да. Дело такое. У вас, Михаил Борисович, какой любимый роман? Или что у него любимое? Набокова. Все примерно одинаково. Коль. «Защита Лужина». Да, я даже не могу сказать, что. Дар на меня страшное впечатление. Ну, в смысле, удар. Дар да, давал удар. Ну, просто на меня произвела «Защита Лужина», конечно, очень произвела, да, вот не знаю, да, такое вот впечатление, когда я долго-долго об этом все время вот возвращался. Потому что Лолита, она все-таки к этому тексту надо возвращаться в зависимости от возраста, и ты будешь по-разному на него реагировать. Там, это особый там, все-таки да, текст, там, он другой. Там описаны страсти, которые ты, чем старше становишься, тем ты больше, наверное, постигаешь ощущениями. Потому что когда я читал это совсем юношей, для меня это было дикостью. Потом, когда я уже повзрослел на это... Вот к вопросу о коде. Потому что нужно дорасти. Да. Для того, чтобы понимать такие сложные вещи, нужно иметь другое сознание. Ну, у меня так было с, я не знаю, наверняка у вас тоже, с Анной Карениной. А как же? Я безумно жалел в детстве Анну, но сейчас... А я наоборот. Сейчас просто я такой поклонник Каренина, что просто невозможно. Каренина. Да. Вот, видите? Понятно, все правильно. Нет, а мы когда читали... У меня то ли какой-то радикулит был там года 3 тому назад. В общем, лежала, короче говоря. Думаю, перечитаю-ка я Анну Каренину. Я ее прочла внимательнейшим образом и думала, боже, а мы раньше-то чего думали, что да, нельзя мужу изменять, потому что попадешь под паровоз. Да, но он не писал об этом. А вообще об этом не писал, нет. Нет, ну это я это идею. Там о страсти, страшной страсти. Совершенно другой текст. Дозреть надо, дозреть. А мне запомнился на всю жизнь рассказ, у него маленький есть, называется «Облако, озеро, башня». Не помню. Не помню. Чудо там. А вот по поводу Набокова хотел спросить. Вот интересно, что когда читаешь европейские какие-нибудь книжки, ну, я не знаю, или там философов там, европейских, любых, там, 20 века, все как один практически повторяют следующее. Такой писатель, как Достоевский, мог родиться да, только, на них только очень в России. Производит впечатление. И второй писатель — это Чехов. Достоевский и Чехов. Никто никогда не говорит о том, что вот такой писатель, как Набоков, мог родиться только в России. Потому что при этом, но Набоков ненавидел Достоевского. Но да, подожди, ненавидел Набокова, список, понимаешь? Набокова, понимаешь? Они читают человека, который написал на английском языке свои произведения, а Достоевский для них переведенный. Ведь нет, но я... такой, как, ну, переведенный безусловно, но они в нем, как тебе сказать, они понимают, что он... Ну, в смысле, он для них величина, значит, он европейская величина, но при этом вот этот вот они русскость, вот это вот, знаешь, такой только потому в России. Потому что он пишет про страшные вещи. Там триллеры. Безусловно, но они... Достоевский для западного человека триллер. Да, и детектив. Ну, них... да. Достоевский хорошо. Хлопнул, я давно говорю. Ну, а «Братья Карамазовы», детектив. Да, детектив. Достоевский — это же Диккенс, так? Да. Ну, да. Так, по-простому. Но только он не Диккенс. Вот вам и разница между только Россией и Европой. Только без, как сказать, без хорошего исхода. У нас Диккенса получается есть иногда. Все-таки заканчивается. И по качеству, хорошо. По качеству, должен быть. Да, и по качеству нет. Литературы. Вот не этот, такая другой. У нас страна. Но ранее, может быть, Достоевский. Ну, не Достоевский, там, «Братьев Карамазовых». Так, или не Достоевский Карамазовый, «Бесов». Он же Достоевский не дал, «Бесов» — это же совсем не Диккенс. До конца не дал. Ну, совсем не Диккенс, но немножко Диккенс тоже правильно. Ну, вот он невероятный, конечно. И ты все равно остаешься с многоточием. Людей дна и всего такого. Ну, там воры, тут эти самые революционеры, то же самое. Я думаю, что вот это вот есть все время. Скачет. А вот с Чеховым, плохо, да, действительно, там не с кем, по-моему, сравнивать. И поэтому Чехов — это обаяние для... Чехов? Да. Хотя... У них? Да, наверное. Просто его, я у него такое количество книжку... образов.
Я сейчас прочитал книжку про американских писателей, значит, ну, она там в контексте определенном, значит, Оливье Лэнг по поводу Теннесси, Уильямса, Хемингуэй, угу. Чивер, кто-то там еще и так далее, и так далее. Ну, неважно, да. Чехов. Ну, потому что знаю, то пою. Тебе не кажется, потому что в основном они все сами с очень большими комплексами. Они, в принципе, по большому счету должны быть пациентами доктора Фрейда, все, если читать их биографии. Да, если читать их биографии. А из-за этого Антон Павлович для них самый, ну, как сказать, понятный, потому что он описывает те страсти, но он их больше описал, чем они. Они, каждый пошел по своей дорожке, и они себя начинают с ним соотносить, потому что думают, раз он описывал, значит, он это тоже испытывал. А он просто был доктор, он наблюдал это. И тут надо знать очень точно его биографию. Эти маленькие рассказы, нет, где видишь, а мне страсти. Мне кажется, что есть в этом нечто больше. То есть вот возвращаясь к самому началу разговора по поводу вот этого русского, России, как, знаешь, вот состояние такого одиночества абсолютного. Знаешь, вот есть, Коль, вот это вот, не зря же такое количество статей, вот тем же Шестовым написано, да, там, Кьеркегор и Достоевский. Я там, один раз в 90-х годах слушал интервью одной, я не буду называть ее фамилию, одной большой американской актрисы, которая собиралась играть Аркадину. Угу. Я был безумно удивлен, как она рассказывала о ней, но она была уверена, что все русские артистки того периода, они были содержанки. Что, ну, как бы это были женщины достаточно такого легкого поведения. Я сидел так, я не мог поверить, что такая крупная актриса не понимает, что там немножко вообще про другое. И пойми, тут есть вещи, когда их знания о той стране, о России, да, о которой мы стали говорить, они очень сильно не соответствуют действительности. Они читают совсем другие книги. Я как-то была в Осло. Зачем они меня повели в театр на этот спектакль, я ума не приложу, но, тем не менее, повели на «Чайку». Ну, то есть не о чем говорить. То есть это было... Это ничего общего. Причем это были не модернистские или постмодернистские штучки, они как бы реалистическую вещь там ставили, но только это был Стринберг сплошной. Кстати, то есть как могу, так и поставлю. Если у тебя будет время, найди Симона Синьоре сыграла «Чайку». Есть этот фильм. YouTube, да? Ты будешь хохотать. Да. Ничего более. Я посмотрю, да. Это стыдно смешно. У нас нет таланта к стратегии. У нас женщина обыкновенно, прежде чем заполонить писателя, сама уже влюблена по уши. Уверяю вас. Интересно, а им тоже смешно, когда мы Шекспира играем? Ну, не всегда. Кто это может сравниться с Козинцевым? Да. Кто может рядом стать? Или Король Лир? Угу. Вообще-то надо спросить его. Ну, они вот я думаю, что в театре нормально, а вот насчет кино я вот не уверен, что даже вот насчет. А еще мне кажется, ключик это юмор. Очень юмор сильно. Это вообще серьезная вещь. Очень вот скажем, ну какой еще народ, вот я, по крайней мере, не знаю, пишет лимерики, как англичане. Это же совершенно ход, которого в других местах не бывает. Там типа Пита, Пампкин Ита. He had a wife, but could not keep her. He put her in the pumpkin shell, and there he kept her very well. Вот ничего себе. То есть абсолютно абсурдные вещи. Слушайте, русские не будем приводить. Да. Нет, но я имею в виду, что тип юмора, который им будет непонятен наш, а нам будет непонятен. И это очень чувствительное. Вы понимаете, я додавлю свою мысль. Давай. Понимаете, потому что для меня все оно выстраивается в какую-то вот такую вот цепочку. Значит, вот все они говорят, значит, европейцы, просвещенные, значит, вот Достоевский, вот Чехов. Потом вот я, значит, мы говорили про трех этих режиссеров. Тарковский мечтал поставить идиота Достоевского сделать. Вот он именно за него цеплялся. Сокуров взялся снимать. Кого снимать? «Тихие страницы» по Достоевскому. Скажи, ты когда-нибудь читал Вольтера? Мне кажется, вот в этом... Вольтера читал? Ну, читал, конечно.
Вот эта молодежь пусть слушает эти слова. Читал, конечно. Ну, я еще, я еще в студенческие годы даже читал. Так нет, я Кандидат, не сомневаюсь, что вы читали, но... а просто частотность ответа. Просто если ты берешь Вольтера, там есть у него диалог Пулярки с Каплуном. Это абсолютно Чехов, просто написанный в 18 веке. А что же они тогда говорят, что такой писатель только в России мог явиться? Потому что они не читали Вольтера. Я опять возвращаюсь, что наше образование, оно немножко давало больше объем. Понимаешь, когда у меня учатся англичане, дети, они не проходят, они не читают Диккенса, они не читают Шекспира в школе. И они никогда не слышали, что есть такой поэт Байрон. Господи. Не слышали, потому что Байрон считается бэдмен и категорически не входит в школьную программу. Как можно... Ну, мы не можем не знать Байрона, потому что мы учим все Евгения Онегина, хочешь не хочешь, начальник Гарольда, мы выравняемся там и так далее. Когда описание идет Ленского, и ты... Там гениально же и кудри черные до плеч. Помнишь, да, когда он пишет, что Геттингенский, да? Ведь надо же понять, что Геттинген, где это был, почему он оттуда приехал. Они не понимают этого. Нам, по крайней мере, это все объясняли. Что такое Геттинген в европейской системе образования и что это по уровню знания, что это такое? Это все нам отзовется, потому что до тех пор, пока образование будет нацелено на формирование неких компетенций, то есть сделать людей инструменты. Этот умеет считать, этот умеет ручку крутить, этот умеет программу такую-то писать. Вот так и будет. Образование – это знакомство людей с той цивилизацией, с которой этот мир вышел. Это совершенно другая задача. Какие образовательные услуги, уже даже стыдно слова эти произносить. Не тому учат. Это все сделает искусственный интеллект, чему их учат. Вот это вот ручки там, отвертки. Это правильно. Очень хорошо. Теперь нам все понятно. Действительно, половина того, что мы делаем, сделает искусственный интеллект. Пусть делает на Поэтому здоровье. Надо выделять то, что искусственный интеллект никогда делать не сделает. Делать не может. Потому что этим барахлом ему заниматься неинтересно. И конечно. Вот это сделаем мы, да. Так что у нас вышло с одиночеством, я вот не поняла. Я хочу сказать следующее по поводу одиночества. Вот я себе задавал вопрос, думаю, почему вот мы собираемся за этим столом, люди, которые... Ну как это сейчас? Сейчас принято, что если, значит, люди собираются говорить о России, в принципе, да, кто это должны быть? Политики, политологи, ну, в крайнем случае, журналисты, обозреватели. А мне кажется, что вот это колоссальная трагедия в том, что вот право говорить о России, в принципе, о прошлом России, о настоящем и будущем, присвоено вот этими всеми профессиями какими-то. Мне кажется, что они совершенно... Вот, это не те профессии, которые участвуют в судьбе страны, вот абсолютно. Ты знаешь, есть очень хорошая фраза Наполеона. Она очень сильно отражает действительность, что кто не кормит собственную культуру, тот кормит чужую армию, к сожалению. И культура, как всегда, она отражает процессы, происходящие в обществе, и отображает уровень развитости общества, да, так скажем. Хотим мы или не хотим, под словом «культура» здесь очень большое понятие, да. Конечно, политики могут говорить сколько угодно, но все равно суд будет выносить деятели культуры. Вам не кажется, что вот этот вот кризис, условно говоря, когда никто ни с кем не может ни о чем договориться, ну, неважно, может быть, они не хотят или там договариваются, просто мы об этом не знаем. Но в любом случае, не хватает какого-то публичного голоса, в том числе и в Европе, каких-то людей, которые не являются политиками напрямую. Директора музеев, писатели, так они художники. Так все себе спокойненько и говорят вообще-то. Я, честно говоря, не вижу... чтобы была какая-то такая узурпация прав говорить о России. Все говорим, но кто-то громче, кто-то... Ну, в России, громче. Там, условно говоря, вот проходит, например, совет, там, я не знаю, совет по культуре, там, или совет и так далее. Ну, стесняются люди говорить о больших вещах.
Ну, Сокуров, вот когда начинает говорить, но... Ну, Сокуров это вообще... Страшновато становится даже за экраном. Вот ты сидишь и думаешь, блин... Ну, нам с... тоже с Михаилом Борисовичем там было невесело. Ну, все, понимаете? А он начинает говорить там, ну, я уже не буду про республики, там еще и так далее. На самом деле, ничего не понимаем. А он и прав. Там были потрясающие диспут. Это казалось там, ах, необыкновенная смелость, ах, необыкновенная шум. Это совершенно потрясающие диспуты и диалоги, которые у него получались с президентом. Он один так умеет. Да. Совершенно потрясающе. Да. Вот самых интересных, действительно замечательно смотреть. Вот диспуты нужен. Меня больше всего сейчас волнует, я про это уже писал, что вот из-за всех этих наших дел у нас пропадают самые границы, появляются снова между вот русскими, живущими в Риге, и живущими в Петербурге. Вот все было самое плохое, что было в Советском Союзе, это то, что изоляция, ее не перепрыгнуть. Ее не перепрыгнуть, и все те, твоя культура, ушедшая туда, остается там. И когда все это распалось, оказалось, что действительно можно жить где угодно, это все равно. Все равно две культуры соединились, которая сохранялась в Европе здесь. И все это замечательно. И вот теперь это нарушается. И вот хорошо, что вы это связываете, потому что вот это будет страшно, когда вот этот вдруг объединившийся, такая, получившийся из них такой конгломерат, не совсем конгломерат, единая русская культура по всему миру, начнет распадаться опять на всякие кусочки и будет расколоться этими самыми политологами, про которых ты говоришь. Вот это да. Вот это вот. Поэтому, да, действительно надо, можно сказать, говорить и перемывать. А знаете, я вот еще хочу сказать, вот поскольку этого беса на нас напустили, нравоучительно, вообще-то время сесть и подумать всем. Вот мы кто такие, что мы здесь делаем? Как мы не сегодня? За этим столом, да, вот как мы сегодня. У нас вообще какая цель? Как можно больше гамбургеров, если съесть, тогда один образ жизни. Вам хотелось за все это время, то, что мы не могли никуда поехать, куда-то поехать? Пожалуй, нет. А вам, Михаил Борисович? Нет, ну, да, я собрала. Венеция, озеро Гарда. Нет, не очень, не очень. Честно говоря, этот год, так сказать, я в вынужденной ситуации, я не ездил. Я езжу достаточно много. Неделю, я тоже неделю, очень каждый много. Месяц, думаю, как вы ездили. Да. И здесь вдруг поражен. Спокойно сидеть, спокойно можешь сидеть. Да, наслаждался вот я Москвой и Питером. Наслаждался. Я был счастлив, что не надо никуда ехать. Не без этого, не без этого. Вот, мне нет, кажется, какой-то особый кайф в этом есть. Отчасти, это да, был, конечно, мы соскучились по... Так вопрос об одиночестве, кстати да. говоря. Такое да, хорошее одиночество. Хорошее одиночество. Вот. Сидишь и сидишь, да. Вот когда начинает затягиваться, вот тут начинается плохо. Да, когда вот туда, уже когда. Все, уже должно кончиться. Так, значит, оно и есть, это одиночество. Мне кажется, есть. Знаете, что всех гложет, Михаил Борисович? Что если, как бы, что есть ощущение, что ты хочешь, но не можешь. А если бы вот вы, как бы, могли поехать, но просто вы вольны поехать 20-го или в следующий месяц, да, то нету этого вот переживания, что не можешь ехать. Это да, но обычно мы все связаны таким количеством обязательств. Это да, правда. Все равно от 30, едешь. Предположим, от 20 ты откажешься из 30, да. Но 10-то да, никуда. Да, 10 обязательств. Это есть, ты ездишь, кажется, свободно ездить можно все, но ездить, потому что туда надо, да, сюда надо да, меньше, да, сюда конечно. Больше. Ну, называется, зажрались. Зажрались, это правда. Ну, мы, наверное, конечно, те люди, которые действительно жили в диком цейтноте и кайфанули от отсутствия передвижения. Но хватит. Даже не знаю, за что выпить-то последнее. А за Россию, раз мы же о ней говорили. За Россию? За Россию. Да, ну, с удовольствием. Конечно. Кто чего плохого не подумал, все видели. Мои вопросы закончились. Да что вы? Да, хотите? Да быть не может. Вот у вас книжка целая. Может, у вас какие-то... Вопросы. Ой. Для других. Да. Кому еще что-нибудь налить? Нет, спасибо, все есть. Может, эклерок попробуем? Даже не знаю, что делать. Коль, давай. Михаил Борисович. Давайте. Да, спасибо. Самый большой выбрали. Да. Лидичка. Ой, красота. Лидичка есть. А я так возьму. Ты бери себе. Бери. А ты как убери? Давайте половинку я отделю кому-нибудь. Я тоже бил. Как это называется? Антре? Антре. Там, кстати, и просто еда вполне приличная. Очень приличная. Кстати, ребята полуармяне, кто его держит.
Кто-кто? Полармяне? Это настоящий рецепт вот того крема, который делали домохозяйки. В том-то и дело. Заварной крем настоящий. Да, настоящий. Без этого масла страшного. Настоящий. Бомба. Крем просто, поверь мне, это все это пишут, лучше, заметим. Это все пишется. Этот вот наш позор с обжорством. Почему позор? Это хорошо. Я не помню, где эта информация протекла, но все знают, что Цискоридзе покупает там эклеры. Да. Но это очень вкусно. Я первый раз, когда вот этот крем попробовал, сказал, господи, как прямо вкус детства. Вкус детства. Изумительно, да. У меня была смешная история. Значит, прямо напротив Тбилисского хореографического училища, когда начались кооперативы, какая-то домохозяйка открыла кооператив по пирожным. Вот просто двери-двери, вот просто маленькая улочка. Это же кошмар. Да. И вот мы все туда, естественно, бегали за этими пирожными, вот этими. И девочка какая-то несет вот так вот несет пирожные. А мы в окно смотрим, потому что мы все скинулись, дали ей денежку. И в этот момент она видит собственную маму, которая идет по улице. Мать начинает к ней бежать, она начинает вот хватать ртом пирожные. Успеть! Да. Мать подбегает, хватает за нос и изо рта начинает палить. Да что вы! А мы вот это смотрим, как это все валится. Хичкок это называется. Да, на асфальт. Из окна, как наши пирожные топчутся. А она у нее изо рта вынимает этот крем. Кошмар. Правильно, что мне ездили когда в Тбилиси, такой страшный город. Да. Видите, что там творится? Не, поеду, собираюсь, столько людей. Ты получишь удовольствие. Я знаю, я знаю. Это безумно красиво. Боюсь этого обжорства и всего, и вообще. Ну, надо. Только там есть места, когда ты должен взять с собой томик Лермонтова и томик Пушкина. Да. И прямо вот садиться и на этом месте читать, ты понимаешь, что вот как это описано, потрясающе. Там несколько месяцев прожил Толстой, там очень много жил Чайковский, брат Чайковского там руководил оперным театром. Вот Чайковский. Вот вы интеллигентные люди. Вот Чайковский. А у меня ассоциации другие, а именно к Вевре. Вевре, о, конечно. Вот, я знала, что вы попадете. Конечно. Совершенно же другое дело, да, там да. Меня водили. Оранжевое там... вино. Да, причем одинаковое, вот, одинаковое в смысле названия, винограда, но все это. Ну, абсолютно разные. По европейской технологии и квеври, два разных вина. Сейчас стало очень модно в Европе, кстати, это квеври, и очень многие европейские виноделы приезжают, изучают, покупают уникальная же технология. Именно там вот эти квеври и развозят по миру и начинают делать тоже именно по этой технологии. Потому что Грузия признана ЮНЕСКО Mother of Wine, что это там все произошло впервые и оттуда. Они же там нашли какую-то амфору, с нее сняли это самое древнее. И серьезным анализом. То есть уже знали, что это именно вино, а не просто сок там был. Да. Какой-то химический мощный тест был. Это чуть не 8 тысяч лет назад. Да, страшное дело. Не знаю, правда или нет, только вы можете сказать. Многовато, да? Это пиво еще потом начиналось. Почему? Это же естественное брожение квеври, это естественное брожение. Все правильно. Почему-то пиво появляется очень рано. Ну, в Грузии пиво не развито вообще. Но в Грузии нет. Я никогда в жизни не видел, чтобы в Грузии пили пиво. У меня с детства было ощущение, что на пиво, пиво нужно для того, чтобы бигуди накручивать. Мама бигуди крутила. Я много лет не понимал, почему его кто-то вот пить стал, когда я уже в России стал жить. Как это можно пить? Это же для бигудей. Самое вкусное пиво в Латвии. Нет, в Ирландии. А, в Ирландии. В Ирландии черное пиво. Ой, как вкусно. Русское пиво, Балтика, вполне хорошее пиво. Вот! Про одиночество. Одиночество. А в Ирландии, в Дублине, там эти огромные. А вот я вас спрошу, мне всегда подмывало спросить. А вот у вас есть, блин, совсем не в тему, ну просто интересно. У вас есть вот самое любимое ваше изображение, ну для вас самое важное такое? Богоматери с младенцем.
Вот какая для вас самая главная картина какая? На меня в детстве произвело ошеломляющее впечатление Васнецов в Русском музее. Когда заходишь сразу налево, она будет первая висеть. Она потом... Это рисунок, который во Владимирском соборе в Киеве воспроизведен над алтарем. Да? Но вот в детстве на меня это... Мне было 7 лет, когда я это увидел впервые. Я эти глаза ребенка просто... А у вас, Татьяна Владимировна? Вот думаю, сижу. Самая сильная. Трудно. Трудно. Трудно, трудно. Для меня вот это... Вот я столько, просто... столько, все, что... Потом, опять же, меняется. Но сегодня там, наверное, Мадонна Бенуа, да? А завтра будет... А если завтра, за границей Эрмитажа? Фра Анжелика. Фра Анжелика, может. А их не Мадонна, мне не нравится. А меня вот спросите меня. Ну, спрашивай. Я никогда такой, я не знаю, я все время к ней. Вот я прихожу, вот, кстати говоря, мимо Леонардо, вот как вы говорите, да, в галерее Боргезе в Беллине. Мадонна с младенцем, где она его держит под пяточкой, да? Но он чуть-чуть пяточкой не касается ее ладони. Это чудо. Вообще беллинивские Мадонны, Беллини это ни в ком. У него причем есть совершенно какие-то умопомрачительные. У него есть Мадонна одна, которая просто как будто бы написана там в начале 20 века совершенно. Там вот это вот, забыл, как она идентифицируется. Как же она? Ну, неважно, ладно. В общем, Беллини. А вот были бы одиноки, ничего бы не знали про Беллини. Книжки бы прочитал. Почему? Книжки? Ну, книжки мы видели. Как не сбить? У моей мамы Мадонна Бенуа стояла вместо иконы, потому что икону тогда нельзя было. А Мадонна Бенуа вот очень такая дорогая, причем что картонка изданная. У моей бабушки Сикстинская Мадонна. Да, стояла всегда. Я почему-то всегда считал, что она это икона. Да. Вот. Но вот этот вот именно Васнецов меня тогда просто... И вот сколько я не возвращаюсь на это место, хотя я видел его во Владимирском соборе уже, ну, но вот именно там, в Русском музее, на меня всегда это производит какое-то нечеловеческое впечатление. Да, наверное, Беллини, вот я сейчас думаю. Тоже да. Беллини, да. Столько. Хотя их столько красивых. А Беллини же есть в Эрмитаже? Нет? Есть какой-то вариант школы, а так нет. Ну, у нас две самые главные Мадонны. Ну, безусловно. Мадонна Лита и Мадонна Бенуа. Ну, а куда же лучше-то? Это правда. Лита, может, и не Леонардо, так что. Они считают, что это не Леонардо? Ну, это... А вот сейчас, когда в Париже была выставка, они ее просили? Все это чепуха и барахло, потому что... Леонардо всегда, когда просят, мы говорим... Только должно быть написано, что Леонардо Мадонна Литта. И в Лондоне так у нас было, и там мы долго спорили, потому что ну, там есть какие-то сомнения. А в Париже не просили, в Париже они просили Мадонну Бенуа. Мадонну Литту не просили. А Мадонну Литту мы выставили более интеллигентных людей, итальянцев. Мы все возим к итальянцам. Итальянский глаз, если есть вопросы, мы несколько раз возили, и когда ты смотришь на итальянцев, то ты убеждаешься, что все правильно. Вот итальянский глаз. Мы все время, когда сомнительные вещи, вот у нас там, допустим, мальчик Микеланджело тоже там такие англичане, да, повезли в Италию несколько всякие раз. Англичане. Все абсолютно видно, по глазам видно, все нормально. Даже с Литой. Литой мы выставляли в Лондоне, и, честно, они говорят, нет, вот она у нас, значит, будет там Бальтрафи, не Бальтрафи. Бальтрафи такой плохой художник, что нельзя придумать, потому что вещь замечательная совершенно. Вот. И мы тогда договорились, что будет наше определение, потому что это принцип, если ты просишь у человека вещь, ты должен публиковаться его определением или договориться нет. А в предисловии они там написали про свои сомнения и разместили так, что и так, в общем, можно дискутировать. А потом где-то недавно большой специалист по Леонардо, который определил вот этого Сальватора Мунди, там как Леонардо, Мартин Кемп, он написал, что такой скандал, был такой ужасный скандал, Национальная галерея поддалась нажиму Эрмитажа, и все-таки написали. При этом потом сам он написал, я тут книжку написал про скандалы, поэтому пересказываю.
Поэтому сам он написал в другой книжке, что вот в книжке, где там только 10 картин Леонардо, там есть и Мадонна Лита, пишет, что вообще, конечно, сомнительно, но кто мог осмелиться так написать ребенка нестандартно, как Леонардо? И вообще картина замечательная. Ничего себе, с чего начал? И это то, что вообще-то тогда понималось как Леонардо. Вот, вот отсюда важная штука. Понималось как Леонардо. Леонардо, он, Чезаре де Сестис, Стендаль писал про него, что это самое лучшее, что написал в своей жизни Леонардо. Но вот итальянцы Мадонну Литу, когда мы Мадонну Бена возили в Париж, Мадонна Лита была в Италии. В Италии была специальная выставка вокруг Мадонны. А где в Италии? А? В Милане. В Милане? В Милане, Пол де Пецели. А вот здесь Мадонна Лита и Милан. Мадонна Лита и все вокруг. То есть там уже и разговоров-то нет, подлинный, не подлинный. Леонардо, не Леонардо, вот эта великая картина, вокруг нее, а че, как это уже постмодернистская, кто автор-то? Это идея главная. Интересно, меня больше всего, что поразило в Милане. Я так обсуждаю Брэри, про Брэри. Поддельного, неподдельного Фаберже, так что у меня это отработано. Вот. А у вас же был удар. Коллекция в Брэри же просто ошеломительная. В Брэри, ну, потрясающая. Они настолько, значит, вот по поводу итальянского глаза. Вот Рембрандт для них, это художник, картина которого висит у входа в туалет. Да, нет, это... Понимаешь? Ну, это, то есть там Монтенья, Беллини, конечно. Кстати, и в Лувре, и в Лувре не очень уважительно. Проманте, а Рембрандт только около входа в туалет. И в Лувре Рембрандт висит не очень уважительно, не так, как в Лондоне, например. Но сейчас Рембрандт побеждает. Сейчас главный художник все-таки Рембрандт. По поводу глаза итальянцев, значит, что вот там всякие англичане и так далее. Я тут недавно прочитал, я так хохотал. Но англичане больше любят Рембрандта. Да, нет, ну северные. Они сильно его любят. Северные, потом, ну просто сейчас Рембрандт больше подходит. Хайдеггера спросили, что вы думаете о французской философии? Хайдеггера спросили, что вы думаете о французской философии? Он говорит, что если французы хотят научиться мыслить, они должны начать говорить по-немецки. Понятно. Нацист, он и есть нацист. Ну что, может, ну хоть выйдем на улицу? Пойдем. Постоим, подышим. Подышим. Поднимаем? Да. Когда Дягилева выгнали из Мариинского театра, им запретили там. Вот все русские сезоны репетировали здесь. А по преданию, вот в этой ротонде, вот именно в этой ротонде, Фокин ставил умирающего лебедя. Да что вы, да, ничего, да, себе. По преданию. Так что вот все это базировалось здесь. Вообще все балеты, которые в русских сезонах прогремели, там «Петрушка», «Жар птица», все ставилось вот это. Сел на сигаретку? И не искушайте меня без нужды. Михаил Владимирович, сигаретку? Вот маска как раз для того, чтобы от ваших сигарет защищать. Ковид-то ковидом, а вот. А курение... Я сейчас прочитал, вы не читали книжку этого самого Шенгасхейна про Дягилева? Нет, Дягилев и его окружение. Русском... Он голландец и говорит по-русски, огромный специалист по началу 20 века. Он написал книжку про Дягилева и написал книжку про авангардистов, но там два главных героя, Татлин и Малевич. Совершенно замечательные, потрясающие. Это они окружение Дягилева, получается? Нет, нет, две разных книжки. Первая Дягилев и его окружение, или там, я переврал, но неважно. Я узнал, что семья Дягилева как закончила ужасно. Брат его в лагерях. Ну, по-разному, да. Там семья-то не вся была вывезена туда. Племянник. Нет, брат в лагеря попал здесь. Да, племянник, по-моему, там был. Да. Дягилевский брат? Да, 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 да. Он же собирался до последнего ехать, но так и не решился. А вас не достало жить там на мойке? Или вы там почти не бываете? Подожди, ну где табличка висит? Ну, табличка там давно. Мало ли табличка, висит. Да. Табличка висит, там давно висит. Да. Ну вы же в Комарово. На Литейном и в Комарово, да. А то была родительская квартира, по-моему, там, давно нет. А вы в какой странице? Здесь, а вот там? Здесь, вы тоже угол здесь? Вознесенского и Садовой, грубо говоря. Высопского сада, короче. Понятно, говоря. Там красиво. Да, так что мы все в одном. Мы коломнинские, да. С вами. А мы последний наш адрес в Петербурге был на Чайковского. Вот этот особняк Бутурлиной. Малый Эрмитаж, который называют зеленый.
Да. Все хорошо, все замечательно, но собака. То есть вот сломалось электричество в квартире. Понимаешь, в этом особняке. Три электрика приходили, они не могут найти... Где там провода? Да, ту проводку там. Это невозможно. Солешков, когда это проводилось? Ты определись сейчас. Чайковский. Сколько Чайковскому? 100 лет в этом году было? Не, подожди, что-то. В прошлом 180. 180. О чем ты? Поднабрался. Беленького поднабрался. В прошлом году было 180. Нет. Фигура невероятная совершенно. Откуда это все в нем, господи, боже мой? Ну это божественное все. Как можно определить, откуда это пришло? Как... Да, Ахматова, по-моему, спрашивали, какой-то дурачок, вероятно, спросил, трудно ли стихи писать. Он говорит, да нет, совсем легко, это же там пишут. Нет, ну правильно сказать, я диктую, не диктую, я записываю. Интересно, я сейчас читал про впечатление Ахматовой, она же все-таки выехала в Италию один раз, в Рим. В Риме была, когда получала, значит, в Турине и вручали премию итальянскую Таормине, уже вот она уже последние годы жизни. Значит, выехала она до этого, ты ехала в Италию. Она в Италии разве была? Ну, конечно, не в Париже была. В Париже-то точно, он в Париже. Ну, это да. Да, в Англии, да. Ну, вот, их поселили, значит, в Риме, в старом римском отеле какой-то, ну, какой-то Гранд Палас, типа, что-то там, не отель Деля Рус, потом Гранд Палас. Значит, ее, значит, это самое, чрезвычайно смутила вот эта вот роскошь, значит, какая-то, как-то ей было это все, что абсолютно не то, что не прошли размер. Те люди, то, с чем они столкнулись, не соединили. Знаешь, как можно было, вот Бродский задавался вопрос, как можно было Ахматовой не дать Нобелевскую премию? Как? Но они не понимали ее величия, ладно, они не могут понять ее. Ну, столько всего, что-то ладно. Ну и не без политики, прямо скажем. Ну так она по всем параметрам подходила. Но... Анна Андреевна-то. По всем. И по политике, и по творчеству, и по всему. Лев Толстой подходил. Проходил, ничего не дали. Ну, хрен знает, кто получал там первые годы. Там черт вообще, да, и имен этих никто не вспомнит даже. Никогда. Так же, как и с Оскаром. Ну и Черчилль, великий литератор, тоже получил литературу. Так что там все это ладно. Это правда. Не знаю, в последнее время я стал к наградам относиться более как-то так... Это очень приятно получается. У тебя много орденов? Ну, много, немало. Немало. У меня немало. Немало. Ну, просто когда ты понимаешь иногда, что за что... Тут подняк, медаль дали. Да? Это меня небеса наказали. Я многократно, публично, в том числе совсем публично, говорила, как я не люблю Ивана Петровича Павлова, что мне не нравятся его глупые шуточки насчет условных рефлексов. За выдающиеся достижения в области физиологии и медицины я позавчера получила премию Ивана Петровича Павлова. Да, небеса вам сказали, смирись. Так нет, ну это просто удар. Гордыня, да? Да, значит, он слышит, что вы говорите. Конечно. Ну да, это, конечно... Да, это смех, конечно. А меня еще раздражало то, что я читала там всякие письма и там дневники. Он запрещал в своей лаборатории произносить слово «сознание». Говорил, кто вот слово «сознание» скажет, пусть... Ах, вот так даже, да? Да, пусть валит отсюда. Ну, я и обрушилась. Вот. Вот и кара. А на самом деле, если всерьез, я думаю... Я же думала, он же не дурак, почему он... Я думаю, он понимал, что это дело безнадежное, что сделать с этим все спорное. Равно ничего нельзя, да, но невозможно понять, исследовать невозможно. Поэтому, ну, чтобы глупостей не было, давайте лучше мы это отодвинем. Что? Я думаю, что он сознательно, да, это делал. Ну, вы видите, ругала. А могли бы при вручении премии выступить с обличительной речью? Ага, Беглову бы я это сообщила, да? Ну, ему очень интересно. Провокатор такой. Конкретно Беглову, да. Мне уже сказали, там фотографии делали, мне прислали. Стоит Беглов, так на меня смотрит, и я вот так вот смотрю. И мне из Ирландии, кстати говоря, человек написал, раньше за такие взгляды на губернатора могли бы и расстрелять. Это в Ирландии. Да, в Ирландии. Ой, смех. Я, кстати говоря, вот забыл спросить за столом, когда сидели, вот по поводу того, что больше русские в какой-то момент, большие русские мастера,
стали больше европейцами, ну, в точке вот в этой, больше, чем тогда. Ну, вот сейчас даже, вот, два года назад, или сколько там, год прошел, когда вы с Сокуровым ездили в Венецию, даже он в этом, в этой картине, они на биеннале современного искусства, да, Сокуров говорит, что, да, возможно, это место не для серьезного, там, и вдумчивого размышления, и так далее, потому что экспозиция, ну, то есть Эрмитажа вместе с Сокуровым, но она была не то чтобы не похожа на все остальное, что там делается в Венеции, на биеннале. Она была серьезнее. Ну, то есть это была совершенно другая, абсолютно, я не знаю даже как-то, химия, плоть, органика. Ну, то есть масштаб мысли абсолютно другой. Масштаб мысли абсолютно другой. Ты чувствуешь себя в центре Европы, вот где как не в Венеции, абсолютно чужим на празднике жизни. Ну, не абсолютно чужим. Ну, не, ну все современное искусство, оно же веселенькое. Оно вот Рембрандта нету. А кино что, не веселенькое? Ну, кино веселенькое. Рембрандта нету. Современное искусство все так, ну, на Матисса примерно ориентируется и все. А Рембрандт это... Танец, одно слово. Это хорошо, если на Матисса. Ну, это хорошо очень, если на Матисса. На Матисса. Мы только большими именами. А Рембрандт это совсем, конечно, другое. Причем, что интересно, что... И, конечно, в этом смысле Россия одна. Вот в Венеции Россия была одна. Посмотри, восточные авторы гораздо глубже сейчас, нежели европейские. Восточные? Да, корейцы, японцы. Ну, Сокуров хвалит иранское кино. Они более философские, чем... Да. Сидели мы как-то, расскажу шутку вашему товарищу, с вашего позволения. Можно? Проверим, я не знаю, какая моя. Значит, моя сейчас. Интересно. Значит, сидим какой-то за столом. Сокуров был, Михаил Борисович. И Михаил Борисович рассказывает, что Боттичелли везут в Эрмитаж. И говорит, что, значит, везут кораблем. По морю везут, по океану. Сокуров говорит: Михаил Борисович, ну это же страшно, океан, стихия. Говорит, ну, это ранний Боттичелли. Ого! Сильно, да? Ну, океаном не так страшно, а представляешь, если, не дай бог, оттуда. Ну, оттуда тоже неплохо. О, а мы сидели последний раз. Вот вам, если вот Господь вам подарит возможность, одна любая картина, созданная вообще за всю историю человечества, может висеть в вашем доме. Что это будет за картина? О, Господи. О! Это любимый вопрос. Так, значит, а какой у меня интерьер, скажи? Какой у меня потолок? Что я внесу? 6 метров. 6 метров потолки. Мало. Не внесу то, что хочу. Ни одна великая картина не уживается в доме ни одного коллекционера. Интерьеры, конечно. Нигде они обязательно куда-то... Вот если великая картина, обязательно отдают. Нельзя. Великую картину нельзя держать. Себя. Это невозможно. Я пытаюсь вспомнить, кто-то даже из коллекционеров. В Каире был дом. Блин, какие вы все... Помните музей Халиля? Нет, Татьяна Владимировна все-таки Дюрера берет. Берет. Я не беру, разумеется. В Каире, слышь, Коль, должен быть Дюрер. В Каире видел музей Халиля? Нет. Это фантастический особняк, забитый на первом этаже китайской миниатюрой, а потом 3 этажа это... Там есть даже Энгр и... Ну, а это Щукин Мороз. Да, Щукин Мороз. Но вот если бы такой домик, конечно бы пожить что-то можно повесить было. Что бы ты повесил? Ну, нет, все. Ну, там все. Много, все, там все висит. Там весь 7 импрессионистов висят. Но там так красиво сделано. И главное, ты подходишь к окну и понимаешь, это Нил. Вот это самое главное. Да, что это не сено, а это Нил. Вместо картины нужно окно с видом на Нил. Может, кофеечку? Пойдем. Кофеечку? Попросим, если там что-нибудь сделают. Может, нам сделают. А чай не сделают, только кофе сделают. Сейчас попросим. Вот я была пару сезонов, что называется, в президентском совете по науке. Вот мы с Михаилом Борисовичем вместе были. Да, были. И помните, было заседание... На смеси выгнали или как? Да, помните,
в Эрмитаже, в Зимнем дворце было заседание, да, и Путин вот опаздывал. Это был понедельник, поэтому, естественно, публики там никак... Ну, и в любом случае не могло быть. Это вообще одно из лучших воспоминаний моих в жизни. Я думала, пусть бы он опаздывал еще там, на 5 часов, потому что пустой Эрмитаж. Это фантастика. Вечер, притушенные огни. И Петропавловка, соответственно, видна. И ты идешь, и я очень хорошо помню, у меня было неловкое чувство, что я почему-то иду по чужому дому, здесь люди живут. Это, он не выглядел как музей, при том, что я в Эрмитаже там с рождения. Да. Вот, совершенно другое ощущение, что ты же идешь по... Здесь люди живут, они куда-то вышли в соседнюю комнату там. Ярчайшее ощущение было. Красота неземная. Мне безумно нравится вот так же вечером, когда где павлин, ага. Там, помните, висячие сады? Как, конечно. Я думаю, вот, представляете, вот так вот Екатерина выходила, да. Здесь у нее чаек было, насадилась, чай пила и там, решала какие-то вопросы. Да. Совсем другое ощущение. Да, конечно. У меня любимый кадр, один из самых любимых фрагментов в «Русском ковчеге», когда она открывает эти двери по заснеженному, да, это... садику. По-моему, камера... самый лучший кадр, я больше всего люблю. Камера за ней летит, а она... Боже мой, как, с какой нежностью это сделано. Вот вся нежность мира в этот момент вот там, в этом кадре. Чудо просто. Да. Чудо.